Чего желаете? Может быть, Cloud 2 Classic? Давайте, как обычно, возможно, по бокам уберите немного больше. О, это что-то новенькое! HyperX Cloud 2 Wireless. Легендарный комфорт теперь без провода. Эй, береги голову! Ну, на прошлом РМР-турнире мы не выложились. У нас, точнее, пошло не все так, как мы хотели. И на этом РМР-турнире мы постараемся выложиться на максимум и занять более лучшее место. Ну, еще же будет третий РМР-турнир, это все будет зависеть от него. Но мы постараемся сделать все, что мы сможем, чтобы попасть на этот мажор. Ну, насчет подготовки к Старладдеру, мы сейчас как раз в процессе подготовки. У нас идут каждый день тренировки, и мы постараемся удивить всех болельщиков. Ну, на данный момент мы не готовились пока ни к кому. У нас сейчас идет исправление ошибок, которые у нас были в закрытых квалификациях. И вот уже ближе к игровому дню мы уже будем строить план на каждого соперника. Возвращаемся, друзья. Всем еще раз здравствуйте. У нас вечерний Киев уже за спиной. И вечерняя последняя каточка на этом канале. В общем-то, по-быстренькому гамбиты уработали команду Акума, как бы те не сопротивлялись, да, по старту там на первой половине первой карты. И дело доходит до дебюта, наконец-таки, команды К23. Вчера парни отдыхали, спириты потели. Ну, вот действительно, нечетное количество участников в группах, поэтому кто-то один день выходной всегда. Ну да, сегодня, опять же, вторые матчи, Навик и 23 будут играть. У нас К23 Спирит, но тоже есть явный фаворит, это команда Спирит. Если не ошибаюсь, лидер по очкам, да, у нас в регионе. Да, да. Ну там немного, там разрыв небольшой, как бы, но да, по факту лидер. Ну и, в общем-то, посмотрим, насколько вот круто сегодня будут отыгрывать Спирит, уверенно, либо все-таки казахи из К23 дадут лютый бой, потому что там есть и олдовые ребята, то есть... и... Знаешь, молодые. Получается, спириты первые по посеву получили себе последнюю команду посева. Ну, то есть К23 последними же выходили из закрытых квалификаций. И вот как-то вот так вот у нас крест-накрест все здесь получается. Но, с другой стороны, знаешь, тут нет такого серьезного разрыва, как Акума Гамбит. И вот Норберта мы сейчас в интервью увидели. Главная, наверное, фраза — попробуем удивить. И очень интересно, что напикают, очень интересно, что будут предлагать. Потому что там очень много разных нюансов есть. И с Дастом, который любили ребята из К23, но им на закрытых квалификациях даже Stop & Go дали понять, что он не такой хороший у вас даст. И с Саверпасом, который 15 раз из 16 последних играли. То есть, ну вот даже с историей с картами здесь уже начинаются всякие интересности. Ну что же, костя команды Mo, Adren, Nilan, конечно же, Fame и Norbert. В этом составе Норберта мы уже давненько за ним следили, и еще там по матчам и с Бондиком, и до этого, и после этого, конечно же, уже не первый после год в игре. После Винстрайка, да, он как раз оказался здесь. И два человека есть в составе, которые игру уже прошли. Чемпионы мажора, Адрен и Моу. И, в общем-то, парочка действительно молодых, но очень стреляющих, классных игроков Фейма и Nilan'а. То есть, ну, такая рабочая схема. Два опытных, средней опытности, да, Норберт, и вот два действительно молодых парня. Не, ну, Nilan, знаешь, ну, тоже его уже не назовешь молодым. Все-таки давненько. Не, ну, я имею в виду по сравнению вот с теми остальными, кто здесь есть. В целом, да, в целом, да. Ну, и спириты, которым вчера Энтропик дали бой, но очень четко парни выпутались. Я, честно говоря, эту игру не очень видел, потому что параллельно комментировал здесь вот матч. Как раз я комментировал, да, вчера и Спирит, и Гамбит, поэтому, ну, получается, что есть у нас информация и по первому было три сегодняшнему, и вот по второму. Посмотрим, ну, были там некоторые проблемы у Спирит, но на Нюке особенно. Этот очень длинный матч, но как бы для ребят был первый был три, это как раз вот у их соперников. Они там играли матч с Double Bonnie, выиграли турнир, заработали 17 тысяч долларов Энтропик, ну и потом пошли еще играть еще одну серию БУ3 уже в рамках нашего РМР, ну и там сразу же там 60 раундов Нюка, и ребята, наверное, немножечко устали. Но у нас вот хэд-то-хэд результаты между Спирит и К23, конечно, все в одни ворота. Тут, да, тут как бы 4 выводятся у нас результаты, но на самом деле аж выигрывали только одну карту, еще когда Саймон назывались, еще когда Моу, Адрена даже в составе.
не было. Не, ну это такие бородатые времена, там и Spirit другой, наверное, состав был чуть-чуть. Не, вот у Spirit как раз-таки тот же был. Spirit образовались 20 какого-то сентября 19 года, помнишь, перед Мальтой, после мажора. Вот, к ним пришел Magic. А проверить состав вот этого не, матча. Точно, Spirit я точно помню. А у... Ну класс, не пожалуйста. А у Саймон был, сейчас я тебе скажу, Нила Норберт, Криос, Кеос и Моу. А у Spirit? А у Spirit все те же. Мир, Самда Янг, Чоппер, Мэджикс. Дисбаланс. А, ну Дисбаланс, да. Disbalance не все, недавно видишь, все. Другая команда. Один игрок, все, все другая считается, команда. Не, все, не, но я к тому, что, в принципе, по истории только вообще одну карту выиграли. Это была карта Трейн, и было это действительно в бородатом апреле аж 20-го года. Да, это очень давно все. Другая жизнь была в то время, друзья. Ну и Маппик. Многие, конечно, уже на... Кстати, Healthy Work его посмотрели, бан от К23 улетает, второй даст. Это как... очень интересно, кстати. Вот тут тоже смотрел сегодня подкаст, да, где менеджер К23 говорил, что ну вот мы поняли на закрытых квалификациях, в том числе и в игре со Stop & Go, что ну, у нас даст не очень на самом деле. Хотя до этого думали, что и частенько пикали его. Хотя вот, знаете, теперь от игры Stop & Go смотришь, а может быть у нас не такой плохой даст. Да, просто у Stop & Go он хороший, вот реально очень хороший. Ну, с Vertigo все понятно, это пермобан от спиритов, они там уже как по слухам, да, официалки были, Ancient тренируют, ну вот интересно, будет ли он здесь. Ну, я... в данном матче просто против Spirit К23 было бы на дасте сложно, да, да. Так добавлю к предыдущему минусу, ну что же, Inferno, Nuke, тут все понятно, хорошая карта для Spirit. Неплохая для К23, но посмотрим, опять же, там тоже и сами ребята из Spirit могут сыграть хорошо, там Царь Леонид на В. Ну, посмотрим. Но, что третий? Оверпас. Да. Оверпас, который, в принципе, здесь, наверное, устраивает и ту другую сторону. То есть, а кто у нас, получается, сторону выбирает? К23 выбирают последнюю карту между Миражом и Оверпасом. Спириты выбирают сторону, значит, они будут начинать за Оверпас, если, на Оверпасе, если дойдет, то за защиту. Так, ну, на Инферно, наверное, Спирит начнут за защиту тоже. Ну, у них хорошая просто защита. Опять же, я любитель, ну, знаешь, да, атаки, да, на Инферно, но если что, можно камбэчить, да, эту атаку. У К23-то 4 карты лустрик на нюке, то есть, ну, адекватный выбор абсолютно нюка от Spirit. Нюк у них вчера был, да, они его там проиграли, но... Потренировали хорошо. Черт побери, знает, какие там овертаймы проиграли. Это уже, знаешь, как по мне, вот там вторые, третьи, ну ладно, не вторые, третий, четвертый овертайм, это уже не та игра, это вот, ну, как бы забыли маранька, все маранька. Тактики, это уже ты играешь по тому, что было в этой карте. Ну, как бы, короче, можно сказать, что вчера Spirit сыграли не один нюк, а целых два. Да, очень, да, много раундов, очень много практики. Можно было, конечно, потом после всего этого как-то за вечер, утро обработать информацию и тренеру, аналитику. И вот ребята поймут, что им нужно делать. Да и сами чувствуют, какие раунды работают у них, которые, какие лучше получаются, какие меньше. Ну, мы ждем начала матча, друзья. В общем-то, только вот рестарт нас пока что отделяет, ну, вот, от начала матча. В интервью говорил, что мы попытаемся удивить. Я сегодня и менеджера слушал, он там, у него спрашивали, ребята, Ленин, там, Кван, Петрик, что там вы будете пикать против Spirit? Может быть, Ancient подводили, да, как-то к этой мысли? Он говорит, ну, Ancient, наверное, нет, мы просто знаем, что Spirit очень много бракаются, как бы и у нас это еще, ну, у всех это своя карта, но соперник в целом опасный. И говорят, а что будете пикать? Он говорит, ну, посмотрим, типа, перед... Видишь, вот очень интересно, что это Inferno на самом деле, то есть такой не самый... очевидный пик, на самом-то деле. Я просто смотрю, 12 Inferno К23 сыграли за последние 3 месяца, 75 винрейт и всего лишь 6 Inferno с 50% винрейтом у Spirit. То есть, в принципе, ну, такой балансик небольшой, как-то можно с этим работать. Пока перед первой картой, пока она началась, естественно, о наших друзьях вспомним. В первую очередь компания Parimatch, которая для вас подготовила замечательный подарок на этот StarLadder CIS RMR. 100% бонус к первому депозиту для новых пользователей. Баннер есть по трансляции, ждет вас, скучает. Нажимайте, регистрируйтесь, получайте этот бонус. Плюс ноутбуки от Acer Predator, Helios 300, 240 Гц, 17 дюймов, вулканического камня цвет, шлифованный алюминий, в Украине уже продаются. Что я еще забыл? HyperX Cloud 2, естественно, беспроводные теперь, беспроводные версии. Вы будете мобильны, красавчики, самый лучший выбор для прогеймеров и обычных пользователей. Ну и, естественно, наш информационный партнер sports.ru. Где есть мнение наших талантов. Вот Гомера сегодня видел по поводу того, как будет выступать Акума. То есть там эксклюзивное интервью, результаты матчей, статистика, все имеется. Тоже заходите почитать. Я завтра там тоже буду отвечать на вопросы, поэтому такой небольшой спойлер. Будет тоже немного информации от меня, но мы ждем начала карты Inferno. Хочется посмотреть, опять же, плотный, интересный матч. Но мы, опять же, вот говорили сегодня изначально, что сегодня здесь на втором нашем канале, на StarLadder 10, ну, есть явные фавориты, но, опять же, вот
Попробует К23. Наверное, знаешь, вот в этой встрече, именно по кэфам, раз ты букмекер вспомнил, как бы самый неявный фаворит Спириты. Да. То есть там до этого мы видели на Акума 8.50. Вчера я вот уже даже не помню, кто играл, но тоже было 8.50. Это такой классический кэф от париматч на андердога. Сегодня вот я смотрю на париматч, сколько тут, 4, да, по-моему, с чем-то. Слушай, ну все равно, опять 4, же, только что сам говорил, первая команда группы посева, там, пятая. Да. В общем-то, вроде бы абсолютно... Короче, надо удивлять. Ясно, что произойдет, да, надо удивлять. Опять же, очень интересно, какая там подготовка к данному уже финалу этого турнира УК-23, что получилось, что не получилось. Ну, в общем-то, сейчас и посмотрим. Первый было матч. Время, неделька была, то есть, в принципе, ну, были какие-то официалки, понятное дело, но ставку все делают на РМР, К-23 очень хочется. Кстати, интересно, что у них там вообще по поинтам. По-моему, где-то они там 8-9, то есть, ну... Мало-мало надо добирать, и тем более вот это правило, что каждый следующий РМР вам дает больше поинтов. Здесь уже разыгрывается 2000 за первое место поинтов. На прошлом РМРе, по-моему, 1400 была за первое место. Плюс 100 тысяч долларов призового фонда и за 41-е. То есть, ну, 40, за первое на прошлом было по 1600. РМР поинтов? Да, ну, да, может да. быть. Ну, не 2. Ну, то есть больше стало. Да, и денег стало больше, то есть было 40 тысяч всего на весь РМР-турнир, а сейчас 40 тысяч получит первое место, а в целом 100 тысяч долларов. Короче, ну и турнир гораздо короче, финальная часть, всего 8 дней, в общем-то, вообще такое правило было, не знаю, как так получилось, я думаю, что предыдущие РМР играли там чуть ли не 16, 17, 18 дней. Ну просто 16 команд, у них была швейцарка. Ну а вот требования Valve провести за одну неделю, там не больше. Вот есть такое. Да? Да. Ну просто же Flashpoint тоже шел долго, европейский, как бы тоже сеточка там была. Ну здесь как бы просто так. Концентрация силы, действительно, не 16 команд, да, у нас... Что мне нравится, да, потому что в прошлом РМР были проходные откровенно катки. 2-0, 2-0, предсказуемые результаты, то есть набилось очень много команд, ну, да. Не был считая шанс... там одной команды. Ну да, ну был шанс там проявить себя многих, там Банка Пепс, Ингейм, ну как бы парни не стрельнули, да, сенсации не случилось, они в РМР Point не попали, из группы не вышли, как бы, а некоторые команды вообще ни одной карты не выиграли. А здесь прям собрались самые лучшие, вот мы первый день посмотрели, сколько он там длился, 8-9 часов, да, 2 BO3 на каждом канале, уже... В каждом было 3 овертаймы, уже у нас Stoppin' Gods выиграли, уже сенсация, да, обыграли Virtus.pro, Акума сопротивляются жестко. Ну. Ну и выбор стороны на наших экранах, друзья. В защиту выбирают команды на картах соперников. Логично. Ну и на Decidere Spirit выбрали тоже защиту на оверпассе. Ждем старт Inferno. Интересно, будет ли здесь 3 карты, навяжут ли бой К-23, а может быть и вообще 2-0 выиграют, но, конечно, шансы минимальные. Спирит должны сегодня быть еще сильнее, чем вчера. Опять же, неплохо их там энтропик размяли, лютая была драка. Ну и, конечно же, к Нюку должны быть точно готовы игроки команды Спирит. Посмотрим, опять же, вот что по Инферно будет. Будет ли классная игра от К-23 сейчас за атаку. Но пикнули, видишь, что-то, ну не что-то, они точно знали, что они будут начинать за сторону атаки, ну или там процентов 80-85, что будут начинать за сторону атаки. Поэтому сейчас, конечно, как для... команды, на которую не особо ставят, здесь надо хорошо стартануть, хорошо за сноуболи, в первую очередь пистолетки. Но мы сейчас просто можем гадать, потому что спиритов мы вчера видели, К-23 после закрытых квалификаций, ну вот они еще не играли, да, на этом РМР, то есть делать какие-то выводы раны, только команда вступает в турнир, и сейчас действительно могут начаться, возможно, серьезные сюрпризы, если, опять же, и подготовка сыграет, и вот сегодня их день. Ох, ну наконец-то понеслась, друзья, пистолетный раунд, начало БО-3, удачи командам, удачи К-23, удачи Спирит, которые начинают в защите, у них есть молотов, флешка, дым у чопера плюс киты, 3 набора бронежилетов, ну и атака, есть смачок, есть флешка в руках Нилана, он будет раскидывать, ну и возможно что-то попроще, хотела сказать, разыграет атака, так, охота. Почистил, золотой медалист просто разобрался с курицами, ощипал. Так вот, 3 ковры тут что-то намечается, посмотрите, там идет бомба, по коврам проходят ребята из К-23, ну тут, наверное, расчет на то, что, скорее всего, с этой позиции уж точно не будет пушить защита, особенно в пистолетном раунде. Ну, Нил на флешку сейчас станет под ребра, и, я так понимаю, да, весь этот десант будет выпускать, а вот куда отправит он смог? На библиотеку, по идее, в таком раскладе куда, нужно туда, накидывать. Просто, да, видите, сетап стоит в 2 игрока. И тут вообще жесткое очень укрепление. Я не знаю, как это будут проходить. Через ковры нормально, да. Ну, вот флешка, флеш. Где? И дым на библиотеку. Да, пошел дым на библиотеку. Размен сразу же. Второго заберут или нет? Бомба неудачно выпала.
Если бы чуть подальше плент, может быть, было хорошо. А так уже и Декстер, и Чоппер залетают сейчас в глубину точки, но не попадают. Жесть, как не попадают. Ну, вдвоем нормально. Подстраховали друг друга. Чоппер в упоре. Опять же, фраг достается не ему, а Мэджикс пришел, успел прийти с базы Б. Ну и в каждой ситуации, по факту, у спиритов, ну, вот, с подстраховочкой все было. Ну, нигде не провалились. На самом деле, знаешь, там вот Глоки в упоре, вот мне показалось, все-таки, ну, был там шанс перевернуть Чоппера и Декстера, причем даже качественно, но все-таки там потом забили, по-моему, Моу, который пробегал большие, ну, и там уже начались релоуды на пистолетах у всех. Ну, что же, Nice Try, К23. Ну, вот момент решающий. Борь приходит, как бы, и Смока выныривает, потому что, ну, что дожидаться его, и очень вовремя он все это сделал, как бы стал таким игроком, которого уже не пройдешь. 1-0 спирт привели, забирают пистолетку, набирают 4 фармилки. Кстати, вот отправляют Борю в следующий раунд. На ДМ-очку его забрать. Да, да, Чоппер это делает. Ну что ж, неплохое начало на своем форс-раунде для К23. Опять же, форс без поставленной бомбы. Это гораздо сложнее выиграть, чем с Галилами и Калашами. Ну и что готовится? Один в коврах, четверо на медле, укрепление лонг плюс шорт. Сам Даян прикрывает, по-моему, с ковров там своих тиммейтов, поглядывает выход с бойлером. Ой-ой-ой, а это уже серьезно. Так, или разберется Декстер до конца. Ну, тут дают ему двигаться. В общем, есть момент на уход, плюс тиммейт за спиной в арке. Арка непроходима, накидывает дроньку и смачок. Хорош. Жестко вывешивает, 11% здоровья, но успел уже Чоппер оказаться на библиотеке. 1-3. Так, ну что же, Чоппер. Давайте посмотрим, пойдет ли на клатч, либо все-таки сохранить второй армор. Там можно гранаты, киты, эмку. Это тоже не самый плохой вариант. Ну что, вот это форсик от К23. Ну и как все началось? То есть вот шикарный энтри на банане. Вообще ситуация, которая не требовала, наверное, взаимодействия с этим бананом. Ну, я имею в виду от игроков защиты, настолько активного. Ну, да. Ну, пацанам типа, это говорим, ну, не всегда есть смысл там, да, идти вот ну, на эти постоять, подождать гранаты, знаешь. Ну, вот форс там, не форс, насколько он крепкий. То есть будет ли там размен вот этого волейбола гранатами. Уже от этого сделать вывод, оставаться на банане, бороться за него, уходить. Получили хедшот, и вот неприятности продолжились уже на точке А. Коэффициенты от наших друзей по рематч 4.50 на К23, 1.18 на команду Spirit. Имейте в виду, что это в целом на победителя в матче. Имейте в виду, что баннер по трансляции заждался вас со 100% бонусом к первому депозиту для новых пользователей. Жмите и обретайте этот самый бонус. Ну а мы переходим на форс. Да, уже очень интересно. У нас начинается тут завязочка. Пошла экономическая война. Вот он, этот энтри. И причем даже вот, видишь, не сразу. Хорошо так стрейфом доработал Адрен. Ну и опять же принес очень важный энтри для своих тиммейтов. Тут размен. Моу забирает Декстера. Чоппер подключается к этому эпизоду. Скаут нужно подобрать. Самдаян со скаутом будет дальше работать. Ну и по коврам идет дальнейшая атака. Знаете, такая неудобная. Не похожа на многие команды атака. Уже второй раунд через ковры проходит. К этому тоже нужно еще привыкнуть. И посмотрим, что будет делать сам Даянг. Неудачно. Там 3 на Б, кстати. Да-да-да, ребята вообще не угадали с раундом. Скаут голова. Ну, долго-долго так, на самом деле, Фейм подставлялся, качал. Все-таки Витя эту голову находит. Но в целом, как бы, с точкой уже можно попрощаться. Бомба в любом случае здесь будет. Непростой будет ретейк. Тут два молотова остается у атаки. Вот как раз вот лучше их, по-моему, придержать. Там потом и в шорт можно качественно откинуть. Сейчас надо понять, откуда вообще они пойдут. Мы-то видим, там 3 поджали игрока банан. Вот он, молик по таймингу в шорт прилетает. Здравствуйте. А там еще один. Все, тут это надо, наверное, да, сейвить, да, и дубль 2 делать. Тут классно, классно. Ну, видишь, от К23. Разбираются, наверное, что сейчас куда кидать. Как бы есть флешки, есть смоки. Второй еще молик. Еще там один остался. Но там могут еще и потушить. Так, хаешка на курилку, Норберт живет. Ему вообще тут по барабану, на самом деле, это хаешка, не молик. И спасибо. Есть хедшот. Так, там есть киты. Раздефузит. Да ладно. Не. Жестко играет Адрен. Минус 2. Берет старину этот раунд. Ну, пока у К23 все очень интересно на первой карте. И нужно, наверное, играть все-таки полный экономический. Ну, сливать, да, тут уже принудительно, на самом деле, подходит к этому моменту. Там и бомбу поставили. Да, раунд был близкий, но у самих денег кот на флаг. Бомб не было, вот как в первом матче у нас тут близко прям как с бомбой. То есть только сел, там секунды 2-2.5 прошло. Но Адрен, конечно, очень жестко смоки находит. Ну, возможно, вот после этого молика на шорт стоило уходить на сейф, понимая, что у тебя будет минимум там по времени, чтобы там всех убить и раздефузить бомбу. Хотя почти получилось. Вот еще в этом долю секунды, да, и одну, там, две. Либо какой-то кильчик. Но, с другой стороны, видишь, полноценного жбая все равно бы не было.
Ну, вот это мне нравится. Спирит, стак на Б, почему бы и нет. Но в данном случае не угадали. Может быть, еще успеют сместиться. Но уже там ребра проверяются, уже там видно, что точно нет сетапа какого-то поджимного. Поэтому аккуратненько, сейчас 5 за 5, там нычечку, библиотеку, арку, шорт, апсы, все пройдется, все проверится. Понимаешь, денег там, скорее всего, не очень много. А раз нет сразу какой-то реакции, то, скорее всего, тут никого не будет, в принципе. Два смока в библиотеку, один в арку. Строго. Да-да-да, один строго. На выходе с ковров, тут просто надымили, конечно, всю точку, ребята. Ну что, охота за девайсами от команды Spirit. Давайте посмотрим, вообще смогут ли что-то своровать, там какой-то калаш, галилу, не знаю, МАК-10 хотя бы. Ну, выстрелись на экзит-фраге. Хотя, опять же, есть всегда возможность уйти там просто по миду. Ну, полетели, сейвить нечего. Так. Забивают до смерти Моу. Ну, наверное, я вот так думаю, это единственная здесь жертва. Просто дистанции вот такие. Что... Нет, прилетел дважды по голове. Ну, подбирать некому. Там Галил вот разве что чоппер может забрать сейчас на малых. А что дальше? Он даже не может. Или не может. Не после взрыва может выскочить. Там но... с КТ уже спина идет. Там же фейм. Где он? Я сейчас 600 долларов зарабатываю. Ну я что, фармилку зря купил сюда. Так, подобрал Галил, правда, спиной, да, под ковры вышел. И, видимо, там тоже дали информацию. Взрывается, правда, фейм в библиотеке, но это уже другая история. 3-1 за К23. Ждем оружейный от Spirit. Вот появляется сразу со старта снайперская винтовка у Декстера. И, в принципе, начинается действительно... жесткая игра с девайсами у всех. Серия вот этих девайсных, ну, точнее, форсов экономических, она закончена. Да, экономическую войну К23 выиграли, но это пока вот ну, несерьезное преимущество, 3-1. Так, а там еще, вот извините, я вот все-таки в конце не законтролил, все ли там успели подобрать ребята из К23, но мы видим 4 калаша, значит, да, как-то нормально, избавились. Да. Авик в руках, Моу. Декстер также с ВП у команды Spirit. 3Б начинают свой раунд в защите Spirit. Очень много моликов на банане от защиты. Смог также, смог от атаки. Ядрен пошел, давайте энтри, тут можно пострадать. Нет, девайс работает. 2 хп. Безопасно, да. Еще и отпускают. Вот, хаешки в догоночку не прилетает, 2 хп, но... Ну, МКПВ убило в этой ситуации, но там был Фамас. Да. Так, Адрен... Ну, флешка у него, хаешка сохранилась. Тут надо включиться в тактику своей команды, я так понимаю. Очередной важный энтри для К23. Так, ну очередной энтри на банане, кстати. Вот опять же, не без инициативы самих ребят из Team Spirit. Ну, я дранчик вновь делать этот энтри. Так, на Б, Декстер, Солянова с Авиком. Ну, тут, конечно, дать бы минусы еще как-то выжить, дождаться хилпы, выйти на ретейк уже в равных количествах игроков. В равном, точнее, извините, друзья. Ну, давайте посмотрим, что по гранатам. О, гранат вообще пачка целая. 4 смока, может закидывать, моликов, идеально, на три флэ. Ну, все идеально до этого даже, эпизода. Даже хватит флешки и смока просто. Ну, выходит на контакт, и какой же хеджот, боже, Декстер. Широкий стрейф, жесткий фейм, молодой. Вот это стрельба. Можно все, сейвить. Сейв, да. Да-да-да, даже не стоит охрана дергаться. Отмена. Еще бомба не стоит, там уже сейвит команда Spirit. Ну, типа был один шанс. Ну ладно, два шанса было. Вот что Декстер либо убивает и уходит, либо не убивает, но все равно уходит и живет. Ну да, тогда получается. Они как бы вчетвером, и там еще, видите, какие-никакие гранаты есть. То есть под выбивание КТ бы прибежало, банан бы прибежал. Можно было пытаться. Это можно да, без КТ. Вот, попади, Декстер, не умри. Уже ты 4 в 3 в большинстве. Декстер просто отходит там в церковь, остается с Авиком, ждет трех ну, игроков или с банана, остается, да. Ждет одного с КТ, бустит его над смоком, да, там и разыгрывает. Как обычно Авик делает, накидывает что-то, что там у Декстера было. Знаешь, если бы он убил, там было бы лишнее, наверное, возможно, вот, чтобы кто-то с КТ шел. Хотя это и для этого маневра было время у команды Spirit. Но сейчас совершенно другое продолжение. В этом матче К23 плотно пока что атакуют. 4-1. Но тоже Spirit уже посмотрели на все эти моменты. Я думаю, тоже сделают выводы. Вопрос, вот что сейчас делать с экономикой? Играть просто экономически с тремя десейблинами? Кстати, еще ж такой момент мы с тобой не обсудили. Spirit вчера Инферно играли. Правильно? Нет? А, нет, это я путаю с Немигой. Немига... Все. Нет. Это я Немига Гамбит, да. Не играли вчера Инферно, получается, Spirit. Просто у меня по-прежнему мысль, почему здесь Инферно. С ВП они играли на М-Саммер последний раз. Проиграли 9-16, проиграли 12-16 еще раз ВП, но уже на Эпик Лиге. То есть, ну, очень редко играют Инферно. И последние две карты Инферно не в пользу Spirit сложились. Причем даже вот близких концовок там не было. У них как-то вообще 3 раза с ВП они играли за последние даже месяц, получается. Ну, ладно, 2,5 месяца. Ну да, вчера же Нюк, да, да, раз, да. Это раз. Я попутал с Гамбитой, Немигой просто, что, да, Немига,
жестко играл. Что-то показалось, что это против Spirit было, но сори. Так, ну тут очередной, по идее, раунд за К-23, если они сейчас просто зайдут на точку. Да, они просто раскидываются, заходят, ставят бомбу, не угадали. Вот сейчас по колу ребята из команды Spirit. Так, тут люркер, Нилан. Пошла стрельба по первому. Ну, понятное дело, что второго в таком моменте ожидать особо не мог, но попытался включиться в перестрелку, все погибает, 4 в 4. Посмотрите на количество гранат просто у Spirit на это выбивание. Да, ну тут надо идти на ретейк в такой ситуации. Но, опять же, самое главное сейчас не совершить ошибку. Тут сейчас всесторонняя прожарка будет от Spirit. Один банан. Там еще два молика осталось. Он что, хотел перетягиваться, но это лишнее. Моу, классно, авик на точке всегда решает. Где все эти гранаты, ребята? Где а все как? Эти... А что как ты сделаешь? Смог закончился, никакие гранаты, вообще никакой инициативы от Spirit не произошло. То есть уже должен был бы молик куда-то в темку или на тройку, но смог все, и мы как бы стреляем. Так, мир на банане дорабатывает. Тут уже видно серьезные проблемы у Spirit. Вообще они закопались в обороне. Нужно выходить из окопов, запускать чопера на банан, там на бумыч ставить вот на этот цемент. Так запускали уже. Вот два энтри Адрен, вспомни, делал. Не дальше. Ну, это да. Друзья, получайте бонус плюс 100% на первый депозит. Конечно же, все это от рематч. Кликайте на баннер под трансляцией. Ну, а мы ждем изменения игры какой-то от команды Spirit в защите. И действительно, пока вся инициатива за К-23, все прекрасно получается, кроме пистолетного раунда. Хорошо подошли к этому матчу, конкретно к Inferno. Теперь у меня вообще нет никаких вопросов, почему К-23 Inferno выбрали. То есть они в большинстве моментов, ну, по крайней мере, знаешь, до экватора раунда, они точно знают, что Spirit будут делать. Моу всегда неплохо играл на Inferno, и в защите тоже очень много пользы может принести. По ходу Адрену нравится эта карта, да и... Получается. Да и с авиком, кстати, видишь, тоже в атаке. То есть играют, и все нормально. Снайпер не выпадает. То да, есть 5 на 4, мол. Вчера Эллен классно играл с авиком тоже. За атаку там очень классные, интересные размены давал. Ну и на Inferno это тоже девайс. В принципе, можно играть с ВП. Ну, подстраивать просто надо как-то вот команду, да, в целом. Или авику этому подстраиваться под да, ну, хотя некоторые коллективы там играют без авика за атаку. Там, многие. С большим там расчетом на динамику игры там, с калашом, на гранаты, на движение. Но если АВП заходит на бэплэнд, там ставится бомба, то это уже большая ну, проблема все, для да. защиты. Ну, что же, поехали дальше, друзья. У нас шорт-лонг на коврах Самдаян. Дефолт от Spirit, банан опять не вышли. И если так будет продолжаться игра, их просто здесь переедет каток под названием К-23. Так, куча флешек, мир еле выживает. Пытался там уклоняться от дэмэджа, подпрыгивал, но никакого дополнительного не полетело. 3% здоровья. Вот, кстати, вообще можно смоком. То есть, если в тело попадет, Декстер фраг, Самдаян фраг, ворует калашек. Очень важный минус от Самдаянга. Там на Б уже дали минус, ребята. И как-то вообще ломается раунд у К-23. Отличная игра от Самдаянга, второй раунд для команды Spirit. Ну и посмотрим, что будет дальше. Старт, конечно, хороший, деньги есть у команды из Казахстана. Но, с другой стороны, мы видим, что Spirit сейчас, если не будут совершать ошибки, могут быстренько все выровнять еще в первой половине. Ну, надо Spirit там. Вот сейчас надо брать просто серию. Вот. Никак по-другому. Посмотрите просто, вот сейчас мы смотрим хайлайты, посмотрите на деньги Spirit. Очень плохо вышли. Вот если бы одновременно вышли ребята с лонга, игрок там с ковров, уже было бы гораздо проще. Это... Ух, бывает. Ну, ладно, посмотрим за продолжением. Пока что битва на банане. Там три игрока у команды Spirit. Не... Контролит банан Адрен, но не заходит туда. Его команда уже поджимается к центру карты. Если сейчас поймут, что 3Б по гранатам, то можно и фастиком зайти на точку А. Ох, микропиксель. Прострельчиком Декстер, да. И антипуш молик застанил. Ну, никто тут особо не собирался бежать. А вот очень нужен фраг, как бы, К-23. Тут с гранатами-то проблемки в этом раунде. Ну, да. Вот, то есть, вот, ну, не зацепиться за энтри, это очень сложно будет дальше. Без смока вышли, да, проверили лонг, уже были наказаны. Перестраивается оборона в глубине точки А. Там уже Мир, Самдаянг занимают неплохие позиции. Хотя нет, Мир не зашел, его вырубили. Осталось проверить тюрьму, и тогда все будет гораздо проще. Но все-таки бомба отлетает. Нила на размене на месте. 3 в 3 ситуация. Бомба будет установлена. И это должен быть какой-то ретейк. Попытка, по крайней мере, ретейка от команды Spirit. Два дыма, две флешки, хаешка. Киты у Magic's и Декстера. Плент, тюрьма, большие позиции игроков К-23. У них две флешки. Ну, на убой тут Адрен стоит, на самом деле. Вот. Посмотрим, проверят ли его. Так, смачок. Под яму, чтобы пройти глубоко в сайт. Туда же хаешка. Там меняется постоянно позиция от авика. Норберт занимает уже курилку. Адрена не вскрывали. Он палится до последнего здесь, скорее всего, не будет. Получает флешку в глаза. Очень медленно все это выбивание течет. И вот теперь уже и шансов нет. Ну и Декстер, благо, хотя бы спасается со своим авиком. Так, ну,
что ж, друзья, знаете, уже так появляются такие некие мысли, что сегодня Spirit все-таки будет не так просто, как, возможно, я думал перед этим BO3. Появляются мысли, что мы здесь, возможно, да, вместе с букмекерами ожидали как-то две карты, а посмотрим три. И это хорошо. Нет, подожди, знаешь, если тут еще есть шанс, что мы и посмотрим две карты. Но... Типа К-23? Пока не будем забегать вперед. Начало есть, 6-2, но опять же, это еще целых 10 раундов нужно тащить. Но если ребята так будут продолжать душить за атаку, там наберут 10-11, то ну, они чуть ли не обязаны там уже доиграть с победой Инферно, потом начнут в защите на нюке, если там немножечко пропереться за защиту, то, знаете, кто его знает, что хороший вообще... план, хороший план, осталось реализовать. Вот. Да, вот тут... Ну, а знаешь, а с другой стороны, К-23 все понимали. Вот профессиональная команда, это мы тут сидим, комментаторы, гадаем, что они будут пикать, да, там же все пракаются друг с другом, какую-то информацию собирают, то есть я думаю, что процентов на 8 всем уже понятно, какие карты будут, и в редких случаях происходят прям экстра сюрпризы, поэтому я думаю, ну, К-23 подозревали, что там будет нюк, и понимали, что они будут начинать за сторону защиты, и надо было как бы вот две стартовые стороны разобрать, две демочки посмотреть, ну, а Аверпас они 15 и 16 последних матчей сами пикали, то есть. Так, ну пока атака, кстати, развивается неплохо. Посмотрим, конечно, что еще в защите там будет у К-23. Правда, тут еще целых 7 раундов. Важный экономический момент. Вот очень необходимо выиграть и тем раундом. И у атаки есть проблемы с деньгами, и у защиты еще хуже ситуация. Они берут раунд. Ну пока вот эта вот стратегия, не знаю, мангуст, она работает. Мы подкрадываемся тихо-тихо-тихо-тихо, потом раскидка и взрывной заход. То, что сегодня вот Такуми не хватало. Ну видно, что в команде есть люди, которые умеют, вот знаешь, не погибнуть. Да. И, ну и вообще настроить команду, что вот здесь вот сейчас на Инферно лучше не погибать, просто в пятером выйти в свой раунд, сыграть тимплейненько, и все будет шикарно. Да тут просто жесть какая-то, просто полыхает все. Fire дискотека на точке Б, Адрен, классный энтри, очередной размен, жестко на Б, все, можно вроде бы сейвить, но Декстер, видимо, еще будет биться. Но есть позиция у Декстера, да, и он сейчас вот как бы надеется на быстрый фраг. Видели друг друга, по-моему, ребята. Война на люркерах. Там Декстер вышел. А, смог уже развеялся. Тут, да, ну, тут под Декстера никто не подставляется. Б1, Б2 свободно. Тройка, ну, как бы хочется пикнуть, конечно, Декстера. Там Норберт уже пошел загонять девайсы. Так, значит, флешка под Декстера. Что он будет делать? Норберт туда-сюда. Ему говорят, нет, какая-то флешка летит, беги назад. А вот сейчас точно надо назад бежать. Бедный Норберт, он там бегает по второй длине. Парни, ретейка мне, сейви мне. Мне идти их же жевать, да, как, что вообще происходит у вас на базе Б? Ну, какие-то одинокие флешки летят, пик вроде от Экстра был, но... Эх, надо было бежать, подумал Норберт, ну ладно, что тут поделать. А так бы он уже, знаешь, где-то в библиотеке бы подбирался бы с другой стороны, но, увы-увы, или в коврах Апланта стоял. Ну, мы видим, что в РСП в своем сейвит девайс и спирит. И вот я сейчас, знаешь, все ловлю на мысли. Мы посмотрели Инферно на Акума Гамбит, Акума выбирали, да, Инферно. И вот как они выходили на базу Б? Я еще говорил, что там моликов либо один, либо нет их вообще. И вот сейчас какой Багдад просто К-23 устраивает. Тут насколько разобрано все, о, что Боря просто своим моликом в блайнде даже ничего не может сделать. Ему, он, то есть, по факту ему не кинули молик за тройку, он сам себе его кинул. Ему пришлось уходить. Жесть. Ой, ну там в любом случае стоило менять позицию. Просто вот команда пикнула Инферно, и команда умеет заходить на Б. Если вы не умеете заходить на Б на Инферно, лучше не пикайте эту карту. Согласен. Вот единственный логичный вывод. Ну, то есть надеяться на чудо, это такое, вот на Инферно. Даже если у вас там есть банан, вы его отбиваете или вам его отдают. Ну, все, все, полетели. Обратно мы... На РСПе сиделся спектатор. Бывает, банан под контролем уже команды К-23, но сейчас развеется смог, они это окончательно поймут. Вот, вот нельзя им этого давать. Они сейчас, а, ладно, ну опять мы зайдем на Б. Пока, конечно, позиция такая, контролят все направления. Если и бойлер пытаются пройти, там два игрока, кстати, потихонечку. Чоппер, вот видишь, отыгрывает теперь вместе с Декстером. Интересная комбинация. То есть, опять же, вот Спириту очень любят играть мидл близко. У них тут разнообразные есть комбины, там на козырьке, на клубе. Нет, там Magic с Декстером на Б. Там. Все, пошла перетяжка. Люркер на позиции. Ну, с миром. Ну, да, попутал. Ну, то есть, да. Я имею в виду, что Декстера сюда сместили, а Чоппер с Б ушел вот именно на лонг. Так, ну и куда первый ход будет? Да все, Б-выход. Уже все, все, решение принято. Просто там как-то... Не, люркер не полезет, он будет там оставаться. Илон так очень опасно маневрирует. Просто он там оставался. Ну, слушай, да, его сейчас проверят 100%. Давайте посмотрим, так, как зайдут на Б. Ой, разорвали Б, разорвали Нилана в ответ, потому что он остался, опять же, на той же самой позиции. Сейчас ее четко фокусили ребята, сам Даянг его вскрыл, но опять это сейф от команды Spirit. Жестко. Вот, вот это Инферно. Вот так вот заходится на Б. И что делает Spirit? Да просто... 3B. Поджимать банан, играть агрессивнее, либо сюда отправить снайпера и не бояться. Да,
да Леню поставить там вот под Бумычем. Не, ну, понимаешь, после тех хентри, которые мы видели на банане, да, когда там Адрен вырубал, я думаю, что спириты приняли решение, давайте дефолтик закрыто поиграем. Дефолтик сейчас не получается. То есть две стратегии, активная и пассивная, сейчас плодов не приносят. Тогда просто пусть приходит третий хилпующий побыстрее, вот, я про то и говорю, горшки, что ну, 3Б сыграть как, знаешь, на старте сыграть 3Б, потом оттянуть обратно там Чоппера или Декстера, как сейчас вот сыграли, что Чоппер с миром на лонге. Слушай, ну видишь, им тоже... А вот потом обратно, чтобы он вернулся. Тоже не хочется третьего отправлять на Б, потому что есть проблемы. Тут очень много было раундов. Не, я знаешь, к чему? К тому, что сейчас заводят в такую ситуацию у спиритов К23, когда им гэмблить надо в середине раунда. То есть 3 на Б, 3 на вот этот ротейтер, он должен туда-сюда бегать. Ну, либо собирать инфу, играть чуть-чуть поагрессивнее. Тут, опять или же, так. Ваш выбор. Да, агрессивнее, чуть больше риска. Но, с другой стороны, когда уже такой счет, уже можно и ковры пушить там на терровские респауны. И пауза от К23. Да, вот правильно. А, тоже... нет, от спиритов у нас это, да. Плашечка неправильная. До сих пор? Вот, поменял. Нет, не поменял. Вторая пауза. Ну, может быть, и атака взяла паузу. Тут. Так, что? Тут тоже как бы бывает в этом смысл, что, ребята, у нас тут такая мощная серия, там надо немножечко успокоиться, иногда сбить ритм еще раз соперникам. Ну, не знаю. Если это необходимо. Ну, тут какой ритм у Спирит вообще? Одни сейвы, походу. Ну, они взяли пистолетку, 5 отдали, один взяли, сейчас 3 отдали. То есть вот сериями вот так вот работают К23, а с другой стороны, как бы в защите мы не видим истории цельной вообще. Она и то там этот один раунд, когда был энтри от К23, ребята просто там потерялись немножечко на апленте. Так, начинаю 3Б, окей, дальний смачок, Молотов, сейчас уйдет Мир обратно на точку, опорников Б-планта останутся смоки на руках. Ну, видишь, действует планом и 3Б, и активно банан, то есть но совместили. Же, Адрен все понимает, сколько гранат сейчас оттуда улетело, там все посчитает. Ну и уже команда, опять же, готова заходить на точку А. Уже 4 игрока на низком старте. Ну, Мир оттянулся, благо здесь трое. И есть энтри от Декстера, что немаловажно. Это что, через смоки побежал, Моу? Или... А, короче, он, походу, до развеивания смока за секунду, да, успел увидеть выход. Да, до раскрытия вышел игрок, видимо, атаки. Вот эта вот небольшая ошибка может сейчас, конечно, повлиять на результат этого раунда. Ну, важный энтри, да. Итак, дым на библиотеку, дым на лонге. Там еще один лежит. Заходит игрок с бомбой на центр. Пошел Декстер обруливать в арку. Скидывает ее. Все, и ковры пошли. Тут облегчайшее для защиты на этот раз. Ну да, тут массированные раскидки уже не предполагалось. Уже последними силами до контакта. Контакт у Нобер. Хотя, что там в арке? Фейм дал минус. Если проверить библиотеку, еще есть шанс. Нет, Декстер на месте. Ну и Норберт последний. Как бы из песков его, конечно, никто не выкурил, но... Поспешили. Норберт мог накинуть смок на библиотеку, там дать своему тиммейту там больше пространства. Чуть-чуть поспешили, но бывает. Ну, мариновали Норберта, и по итогу оказалось хаешка сам Даякс. Хорош спирит, забирают третий раунд, но опять же им нужна какая-нибудь сочная, мощная серия сейчас, чтобы вывести эти деньги, немножечко там заработать себе раунды за защиту. 8 в атаке тоже хорошо, но при такой игре вы, наверное, все-таки должны чуточку побольше взять, может быть, 9, 10, если 11. Ну, вообще будет... 11, да, вот это было бы, наверное, знаешь... С чувством выполненного долга. Да, идет игра. Второй половине, типа... Неважно, кто там, Гамбит, Спирит, да, сильный соперник, но опять же, тут два чемпиона мейджора. И эти ребята кое-что знают. Да, еще, ну, Адриан Малан тоже чемпион, еще и финалист. Ну, то есть был и чемпионом, и еще один раз финалист. Жестко, жестко. Давайте смотреть, что будет дальше здесь. Опять же, энтри для Спирит есть. Это их очень серьезно в последнее время вручает. От этого в прошлом раунде удалось оттолкнуться. Опять же, энтри Декстер. Пошло занятие. Но занятие, опять же, не получается. 5 в 3. Вот. Ну, как бы не дают сделать К23. Спириты сейчас самое жесткое, то, что умеют ребята в атаке. Подойти, раскидаться и занять точку. Да все, возвращаться на Б надо уже со следующих оружейных раундов. Ну и сейчас, в принципе, это инферно. Можно всегда спасти себе раундом на Б в такой ситуации 3 в 5. Но вот тут гранат не так много, хотя по смокам все неплохо, но хотелось бы побольше чуть моликов на заход. Ну, нужен энтри сейчас, ну, именно в этой ситуации. Есть! И разменять Мэджикса будет. И молик туда полетел, выкуривает из-за столба, но прицел к Моу выходит, Моу дает шот, можно ставить. 2 в 3, в принципе, с таким можно играть. Да-да-да, сейчас вот Моу лучше вернуться на плент, чтобы Вавик вообще раскручивался во все направления. У защиты остаются смоки и молики, он будет просто на этом банане АФК всю концовку раунда. Надо срочно выходить с банана. Вернись, Моу, родной, вернись. Молика нет, нет, и... Он, короче, все, он все, закрыт все на банане. На походу, да. Походу он закрыт на банане, если сейчас вот прям не ворвется. Прямо сейчас. Ну смотрим. А где гранаты? Через КТ никто не идет. А до контакта идет. Где молики? Где смоки на банан?
Времени, кстати, не так много. Вот, ну, стоит поторопиться. Лол, тут, оп, очки, мол, пожалуйста. Все, говорит, оба здесь. А Нилан еще даже не сунул. Ну, уже поздно. Окей, закрыли. Да, смоком. А чего вы раньше этого не сделали? Этот смок первый должен был прилететь. Да. Как так? Спирит. Что-то спирит дают сегодня поиграть, красавчики. Вот, но, 3, видишь, 3 в 5, пожалуйста. Смотри, они, короче, походу боялись. Моу с Авиком, помнишь, раунд он был за тройкой. И вот опять же не было смока. Они побоялись, что Моу стоит за тройкой. Так мы, они типа... там дали молотовы. Куда? За тройку. Два молика было, они сейчас? Два. Да, в плен. Ну, поздно, поздно, да. А смог забыли. Вот просто эти молики. Ну, плюс... видишь, они хотели, раз были молики, значит, выкурить Моу, Моу за тройку нет. Где Моу, пока совещались, смог. То есть, ну, я понимаю, о чем ты, да. И смог кидайте на банан, и там дальше защищаете плен. Но, видимо, вот этот фактор снайпера, который их уже наказывал, немножечко тут смутил, пока разбирались, как размотать. Нилана вообще забыли, на него даже на кафе никто не посмотрел. И все, и время прошло, и это раунд для К23. Вот-вот, о чем я говорил, что вот все-таки контролить тоже надо. Карту иногда атаки. Это, нет, извините, друзья, это говорил я вообще на предыдущем инферно. Кто смотрел? А смотрела много. Когда Акума как раз играла за атаку, вот я намекал, что есть агрессивные раунды у Гамбит, вот точно такие же. Но вот Спирит чуть пораньше показали, что могут подворваться. Правда, вот все равно вот размен получился очень неприятный. О, а теперь? Ну, теперь чуть получше. Теперь неплохо, кстати, да. Ну, теперь точка пустая. Тут на пустую. Ну, и, кстати, да, сам Даянг просто вот стоит и в пустоту смотрит, а тут уже раскидка, тут уже своими делами начинают заниматься К23. Ну, вот уже можно, да, делать выводы. К23 хорошо готовы к карте Инферно, прекрасно знают, как играет соперник, сами умеют атаковать, а вот как-то Спирит все-таки... По ситуации действует. Ну, как-то... Ну, знаешь, не точечная подготовка, это вот, ну, видно уже. Ну, может быть, не самые лучшие. Вот иногда колы залетают. Ну, не то, что там лучше, а вот просто не угадывают местами. Ну, хотелось бы, чтобы они просто поагрессивнее защищались, потому что если они начнут это делать, ну, в принципе, они это уже вот пытались в предыдущем раунде, но прям уж слишком агрессивно пушить в ноль. Слушай, ну пошли, ретейк, Нилан. Там еще Норберт живой, не знаю, вот сложно. Прекрасный огонь, все, Норберт. Благо для него, что вообще набросили этот смог. Так бы стоял в яме, Нилану пришлось отбиваться одному, а так набросили смог, и он по его периметру просто обошел, помог. Изи, выбиваются девайсы, 10 раунд для К23. Мы говорили, что 11, наверное, это будет вообще прям хорошо. Да, тут можно... Все, что подготовили, все получилось. Ну, какие-то разменные раунды взяли, спириты, но в целом план выполнен. Можно и на 12 попробовать. Ну, посмотрим, сейчас хороший будет бай, там единственная проблема, да, это вот Фамос и... А не Эмки. Я вообще подумал, что там Чопперу фармилку в этом раунде дадут ребята, и все-таки он сыграет поагрессивнее. И в итоге Чоппер соло играет на точке Б. Так, ну посмотрим. Кстати, на последний раунд у Спиритов беда с деньгами будет, если что. Ну, если, ну они, да, наверное, да. Если проиграют, да, но они уже там, наверное, при первых минусах уже будут перестраиваться на какой-нибудь сейвить стак, сразу. Да, на одну точку на всякий случай, либо угадать, выиграть раунд, либо просто засейвиться. Ну а пока что вновь банан. Спасибо, ребята, говорят, К23. Опять же, меняются вот Спирит и Чоппер у нас на базе Б. Декстер отправляется на лонг. Но здесь простая логика у атаки. Они видят пустой банан и заходят на Б. А им два раза думать не нужно и два раза там предлагать лишний раз. Заходите, ребята. Они сразу же это сделают. Так, ноль, включите ноль Норберта. Поздно. Ладно. Поздно. Налюрковал. Налюрковал. Сейчас его там попытается разменять мир. И, короче, ой, ну тут времени столько сейчас мир будет съедать. Но тем временем ребята все-таки хотя бы второго на Б. Слушай, там уже третий так, пришел. Подожди, долго, мир... долго атакуем, ребята. А мир вообще, вот он же не понимает, он не видел, что у него игрок прошел. Ну, ну окей, ладно. Колере. Ну зато холл дает, вот, по крайней мере, ситуацию 2 плюс 2. Ну защиты. Просто к тому, что у него инфа где-то, он здесь есть, и он не понимает, ушел он, не ушел. То есть он в любом случае будет оставаться, ничем там своей команде уже не поможет. Так, есть инфа по АВП. Молик, есть какой-нибудь туда еще отправить? Ой-ой-ой, Чоппер отлично играет на первом ящике. Ужасно сейчас идет этот заход от К23. Они долго, слишком долго это все делали. И, походу, тут Декстер может выбить зарешать. Авик! Не получится. Нет. Декстер, АВП на АВП, до кого? Все-таки Моу. Ну, Моу может взять раунд. Ну, мир идет с банана. А он это понимает. Он сейчас зайдет, наверное, и убьет церковь. Нет, времени мало. Никаких движений. Да, все, это раунд за... Ну, тут без вариантов. Или нет, 5 секунд! Какой да раунд? Ладно! Да о, боже, ладно! Был шанс у Моу взять этот раунд, господи! Nice все try. Сделал правильно, просто отличное понимание момента. Развел на эту бомбу, боже, и просто банально промахнулся в упоре. Ой-ой-ой. Ну что ж, друзья, бонус плюс 100% на первую депозицию. Там же кликайте на баннер под трансляцией.
Фух, а у нас все-таки вытащили раунд. Ребята из команды Spirit, сейчас бы это было бы уже, скорее всего, 11 и 12, вот возьми. А если бы еще так Мо вытащил, да? Ну, это мало того, что 11, так еще и как он вытащил, последние секунды там зарядил бы. Да, и там минус деньги сразу же у всего состава Spirit. Ну, а так все нормально, тютелька в тютельку, вот в ноль, но закупка есть. Да, есть фармилки, но это же, опять же, инферно. Ну, и теперь у команды К23 нет денег. Калаш, Галил, Диглы и Тек. Но зато есть инициатива у Spirit. Так, два игрока. Ой-ой-ой-ой-ой, ну кто-то сгорит. Сгорит Фейм, кстати, Мир. Пошла погоня от Мира. Накажет Адрена, но там хотя бы смог залететь. Не, да? Но он тут не жадничает. Стресс-контроль, сейчас соберем кучу, всех, да? Да. Ну вот, вряд ли пол... Хотя вообще на него никто не смотрит. Лол, первый, второй, бесплатно третий. Продано, третий. Ой-ой-ой, как же красиво все Мир сделал. Ну что же, да, вот кто-то все-таки за спину забыли, кто-то не подсказал своим тиммейтам поглядывать. И все равно ковры, но Норбер дает минус, остается один в один. Бомба в пленте. Вот все, вариации нет, да, была бы бомба на руках, можно было бы что-то попетлять, убежать на базу Б, здесь как-то пофейковать, но надо идти. И времени, ну, вроде много, но Норберт решил, не опасаясь, просто волосы назад. Чекать все. 5-10, знаешь... Если бы не эти два последних раунда, можно было бы сказать, что почти идеально отыграли К23 за атаку на карте Инферно, но вот эта концовочка, она все-таки немножечко, ну, смазывает всю эту великолепность атаки. Впечатление. Да, впечатление. Да. И все-таки дарит дополнительные шансы на дополнительные раунды ребятам из команды Spirit, особенно если у них там не пойдет пистолетка, либо их форс-раунд. Согласен. Вот хорошо, но недостаточно. Здесь... Но, с другой стороны, берешь пистолет, не отдаешь форс, первый оружейный, и уже 15-5. Ну, это так, легко сказать. Ну, теперь ты, видишь, готовы вкладываться в этот пистолет. Сложно сделать. Смог, и флешка есть. Сейчас посмотрим, что будет с этим набором разыгрывать. Мол, ну, так чисто на чек пропрыгнул и уходит вглубь назад. Контроль сланга у нас будет Адрен осуществлять. Но, опять же, здесь чек хайд. Так, Нилан с китами, у него две флешки, он хелпует на Б. Норберту, который стоит там возле тупичка за колонной, тут все понятно. Уже третий, кстати, идет на точку Б. Ой-ой-ой, ну тут сейчас очень интересный момент. Давайте посмотрим, что будут делать игроки команды К23. Со спереди тут все понятно. Трое игроков идут у нас на банан. Сейчас будет фейк выхода на точку Б. Разворачивается атака обратно на аплент. И тут уже, конечно, нужны лютые хедшоты сейчас Моу, Фейму. По крайней мере, ребята... Ну, главное жить, вот, наверное, даже так. На ретейк пришли хотя бы в равном количестве игроков. Все-таки решил проверить. Так, а что у нас там? Сейчас у Фейма тоже будут гости. За стенкой просто стоит соперник, ждет флешку Фейм. Флешки там нет, флешки не будет. И все. Ну вот, классика. Распрыг. Юспику, конечно, очень сложно в этой ситуации скоординироваться. И попасть в голову. Что, сейф? Там есть щипцы, там есть гранаты, там... Два арморчика, да. Ну, то есть логично. Так, ну и Моу уйдет по пятам своих соперников. Говорит тиммейтам, да, уже уходят на Б. Ребята также проверили ковры. Ну, должны понимать, что здесь уже, скорее всего, нет никого. Пошли зажимать. Так, ну и да, и можно, в принципе, пойти и порубить эти арморы, киты, флешки. И, в общем-то, обезопасить так себя от следующего форс-раунда. Так, первый контакт. Две гранаты и щипцы. До свидания. Остается два армора. Хотя бы покоцать. Понятно, что они, скорее всего, в Б. Хотя там идут поиски вот в доме на Т-спауне уже. Это вечно любимая кухня, где сейвят. Нашли еще одного. Ну и тут времени на Адрена уже, конечно, не хватит. Адрен засейвил. Арморчик Дигл, как минимум, у него, наверное, должен появиться или что? Или сыграют сейчас фулл сливной? А форсить будут? Надо форсить, я тоже так думаю. Покупать себе Адрен каску и фармилка даже, не Дигл. Ну и через эту фармилку, через Адрена попытаются. Ага. Ага, ему дропнули дигл, он отдал фармилку. Все, окей. Так, Моу сейвит на АВП. Ну что же, МПшка, да, без скаута. Или нет, не сейвит. 700 оставил дигл, а первый армор. 4 дигла МП. В итоге у К23. Ну и так вот, по чуть-чуть, если сейчас не отдастся форс. Немного выровняют ситуацию на первой карте ребята из команды Spirit. И уже посмотрим, чего стоит защита К23 здесь, на карте Инферно. Все-таки атака может. Ну, атака — это план, да, вот на первую половину. Вы знали, что, скорее всего, за нее будете начинать. А вот в защите теперь надо работать против плана твоих соперников. Два балкончик нам акцентирует внимание. Ну, там пока не предвидится, наверное, контакта. Все же так вот больше звено на инфу здесь. Прочекали апсы. Мачок в плент.
сплитбэк. Ну, ударный девайс, вот он, Нилан. Если бы пошли через смоки, конечно, он бы здесь, наверное, урожай какой-то дособрал. Но... А выйдет не сейчас, просто выйдет или нет в смок за ними? Даст инфу, то, что ушли, ну, слишком рискованно было бы, конечно. Он пытается там Нилан что-то стоять перед смоком, найти какой-то просвет, под флешку выходит. А в этот момент Мо уходит вообще на точку Б. Нет, ему сказали, здесь никого, быстро, парни, перестраиваемся на оборону. А планта, может быть, и вообще рискнуть и сняться всем составом. Он побежал, по крайней мере, Норберт остается на Б. Да не надо оставаться, Нилан, единственная фармилка, беги. Ну опасно сейчас, спириты могут угодить, здесь затачено серьезно. Адрен в яме, есть балкон, шорт еще не прошли. Фейм дает свой минус. Ой-ой-ой, Плэнти немножко... Хо-хо-хо, вот это спирит зашли. Размотано. Норберт не успевает, банально его даже. Он пробегает и просто утыкается в смог библиотеки, и на нем еще фармят, и дигл у него забирают. Седьмой для спирит, прикольный раунд. Несмотря на то, что втроем, да, были К-23 на точке, но... Да, там, где седьмой, там, наверное, и восьмой в данном случае. Денег нет, полный экономический должен быть. А там, где девятый, там и десятый еще. Да-да-да. Вот, вот так вот, если. Это уже следующая история первого оружейного раунда и последующего 2К-форсом. Ну, а там уже, да, после 10-10 уже абсолютно... Совсем другая пойдет игра. Даже неравные шансы, да. Где-то уже, если выровняют счет так быстро спирит, то уже они будут явно в преимуществе с экономикой. К-23 единственное, что будет, это луз-бонус максимальный к тому моменту. Как-то так. Ну, там уже и АВП появится, конечно, которая может геймченджить. Мы это все прекрасно знаем. Тем более, у Моу сегодня игра идет. Но пока не об этом. Пока сливной раунд. Занятие меда в пятером. Попытка пикать слева-справа через небольшие промежутки, тайминги. Но все это дело под чутким контролем Самдаянга. Бомб сброшена на мотороллере и перерезает еще кислород. Ну, стоит неплохо, скажем так, Мэджикс, который... Если пойдет какая-то агрессия, и Витю заберут, должен был бы здесь хелповать. Подбирается бомба, Magic снимается с якоря. И приходит инфа, просто пустая база Б, все, как-то так. Надо смотреть спин, парни. Вот, собственно, и все. Magic. Не отдать бы здесь калашик, конечно, по-хорошему. Ну и садиться в такую позицию, где промахнуться, ну, очень сложно, с калаша да по юспам. Точно не надо вот свой спрей куда-то там тратить, да, в какой-то диаметр жесткий, просто в этом туннельчике, в этом подвальчике. Но все равно, знаешь, потом пытались развести, там один пропрыгнул, второй вышел, так, может быть, что-то и получилось. Но это все равно не самая главная задача К-23, им сейчас важно с первого раунда оружейного все-таки навязать борьбу команде Spirit на своей карте. Сейчас бы раунда два подряд выиграть. Там немножечко выбить деньги из спирит, и уже станет намного проще. Но посмотрим. Это довольно сложная задача. Маг-10 у Чопера намекает нам на то, что Леонид где-то подворвется. Вот, например, на банане минус есть. Ее еще и под флеш-квадрона получилось. То есть. Да, ну и торопиться, конечно, здесь не будут спириты. Начало положено. Подобрали себе эмочку. Ну, Чопер разменял свой маг на этот девайс. Прогрент гоняют возможного снайпера. И тот же раунд, вот тот же дефолтик за атаку какой-то пошел. Magic с Самдаянг там уже заняли позиции в бойлере. Ну и, в общем-то, точно так же банан сейчас смещается на центр карты и будет выход на аплент. Да, защита полностью без информации, в глухой обороне. Вот самые ближние там на инфу это Моу с Авиком. Ну, сейчас, по идее, прилетает смоук. Тут не должна так команда в атаке ошибаться в такой ситуации. Посмотрим. А, нет. Шансы имеются. Моу ловит пиксель. Стелет под себя смог, стелет под него смог. Два смока в арке. Смог на библиотеке. Куда сунуться Моу? Везде надышался дымом. Слушай, неплохо. Подловил Чопера и делает ситуацию 3 в 3. Адрен на позиции. Фейм тоже тут. Ну, вот фейм очень важен. Сказал Адрену, что у тебя за углом. Адрен сработал по этой информации. Самдаянг разменивает фейма. Адрен воюет на дальнюю дистанцию. Патрон заканчивается, и все. Уйти за угол уже не дают. Ну, вот, ну могли, по-моему, получше. Вот, ну, разыграть. Нужно ли было это, да, вот до конца сейчас стреляться? То есть Норберт, он уже практически помогал. Ну, а хотел, видимо, не отпустить, был уверен в собственной стрельбе. Дотапать, но дотапать не удалось. С той стороны тоже стреляют очень жестко. Так, что-то ломается потихонечку. План К-23 на эту БО-3 серию. Париматч напоминает нам, друзья, получайте бонус плюс 100% на первый депозит, кликайте на баннер по трансляции, ну а мы посмотрим, что там по деньгам. По деньгам все плохо, прогрен, друзья, готовится, ну, прогрен.
Где девятый, там и десятый, говорили мы. Да. Вот где же четыре хаешки сейчас будет применять команда К-23, либо там все-таки 2 плюс 2 как-то разыграют. Нет, 4Б, ну, сейчас на дрова полетят гранаты. Ну, возможно, по информации. На дровах в дрова сейчас будет. Так, все, полетели. Тыдыщ. О, хорош. Нормально. Рикошетики. От щита, что называется, забили. Чоппером. Ну, да. Вот наказали его за такой наглый врыв. Вот увидели, что он в прошлом раунде залетал. А может, и в этом так будет действовать. Смотри, насколько мобильно здесь. Просто вот спецбригада. Мы приходим на разборки. Разобрались с бананом, приходят на точку А. Теперь укрепление именно там. Но спирит не повелись на этот маневр. Они поняли, что может произойти. Надо стоит немножечко похалдить, и весь этот стак с Б-плунта убежит, и мы туда и зайдем. Ну что же, готовятся уже дымы у атаки, готовится молик. А нет, это смог все-таки будет от Санда Янга, именно он будет так, его накидывать. Так, ну надо кидать под стенку уже, один игрок ползет, Норберт, ты в опасности. Наказан, ох, хитрые ребята из команды Спирит. Правда, Нилон дает хороший хэдшот с дигла, и это все равно большинство для защиты, правда, с пистолетами. Ну, там дальше бай. Мы вот тоже говорили об этом моменте. Узмон, тут терять нечего, надо вонзаться в этот ретейк, заходить в него, пробовать. Будет банан, но не скоро. Подходит КТ, Нилан байтит на себя. Банан, кстати, смотрится Декстером. Ох, ой, снимается не вовремя. Но теперь точно не пойдет. Ну да, и сам Декстер, по-моему, разворачивается. Так. О, это очень важный минус. Нилан, какой красавчик. Ну все, надо брать раунд, парни, киты есть? Нет. Не, он летит жестко. Ну, надо выпускать молодого. А Дрен! Знаешь, что за тройкой? Фотография на память. Так, ну китов нет, но времени не хватает. Вот и форсик залетел. Нет у нас полоски диффуза, да? А, справа. Справа. Вот ХП, да. Я все ищу. Да, я тоже бегаю глазами. Ну, давненько, да, не было турниров вот, у Старладера. Но это такой вот классический момент, вот эта бомба. Ну да, справа. Второй день игровой для комментаторов. Да, первый день, знаешь, знакомишься с худом, со всеми вот этими штуками. Все везде по-разному, там на Бласте вообще фотографии по миникарте бегают, пока всех выучишь. Ох, ну Нилан тут разошелся, конечно. Ну вот фотография классная идея, но опять же, вот они чуть-чуть делают больше на радаре, и там вот точную позицию не всегда понимаешь. Да, они там друг на друге постоянно. Мне вообще, честно, вот цифры больше нравятся. Класс. По ним удобнее, да, работать. Ну что же, 11-9, друзья. Великолепный форс-раунд от команды К-23. Просто жесть. Очень уверенно сыграли. Идея была, и прогрев отличный, да, и ретейк великолепный. И надо вот, как мы до этого тоже говорили, как сейчас сказал Кроха, вот все-таки серия. Одного раунда за защиту недостаточно, мы это все прекрасно понимаем. Просто сейчас может случиться такой облом, как бы проиграть этот, все отдать. Деньги там не у всех, надо будет что-то придумывать, ну, какой-то hero buy, там, low buy, вот, мудрить. Или 2к buy, равнять экономику. Короче, сладко точно не будет, и опять же, отрыв не так велик. Так, у Spirit сегодня особо не напрягаются. Есть у них раунд 3, плюс 2 за атаку. Есть у них тактика и стратегия, и они ее придерживаются. Флешку! Норберт! Отвернулся Чоппер-то! Флешка была вообще, вот она. Запоздалая. Не, ну если бы он убил первого, да, и второй на него выходит, ему прилетает флешка в глаза, оба флешонные, там 50 на 50. Так, ладно. Ну, прикольно, кстати, если это план был. Ой-ой-ой, тут уже план, по-моему, стакнуться на точке А. Нет, все-таки остается у нас Адрен на Б-пленте в соло. Ну, к нему идут. Тут уже смоки. Два смока уже вот-вот полетят. На готове. Да, ну, Адрен на классный угол. То есть может он, наверное, попытаться здесь еще и через смок как-то. Да, до раскрытия, но предсказуемо для мира. И сейв. Калаша, МК, ну, вот, пожалуйста, раунд взяли, да, раунд форсом взяли. Тоже на Б. И следующий девайсный не угадали. Так, ну, по крайней мере, можно дать дроп. И сейчас еще один оружейный хороший отыграть ребятам из К-23. В теории можно второй авик докупить. Была первая флешка, нам пишут. Окей. Была, но Чоппер там классно сыграл. Да, там просто отворот, поворот. Классная вертушка. Вот это в первую очередь стоит отметить. Со второй уже посмеялись, что он так как-то... К сожалению, некому было убивать уже. Да, больше сохранял позицию и пытался сохранить позицию и точку, по-моему, Норберт. Просто от первой отворачиваются, да, вторая всегда в глаза. Но тут надо было убить первого, тогда бы вторая в глаза пришла еще тем, кто пытался бы рефрагать и разменить. Так, 10-11, отрыв в один раунд. Благо хотя бы для К-23, что вот три девайса уходят, и ВП на месте. Да, короче, запускаем Моу на банан. Сказать, давай, вспомним молодость, снайпер, сыграй агрессивно.
Найди нам, пожалуйста, энтри, дружище. Ну, сейчас посмотрим, что там по респауном. Кто ж там первый? По-моему, Фейм первый на банан. Девятка. А вот где же Моу? Ну, наверное, вот. Шестой, Моу, да, первый на мид. Первый будет... спаун. Так, пойдет пикать. Декстера мы видим здесь. Он только на прием может сработать со ступенек. Ну, кстати, меня хаешь. Откинул и ушел, да. Ну, так, отснул чуть-чуть Мира, Сундаянга, там, Мэджикса. Молотов пока что тормозящий от команды К-23 на банане. Играют 3 плюс 2. Сейчас посмотрим. Ну, с Беном что-то делать. Вот ты советовал агрессия, вот агрессия. Нилан в прошлый раз его там забомбардировали хаешками. Флэш не успеют накинуть. Сейчас его раньше проверю, чем флэш. Флэш. Хорошо. И подключился Норберт вовремя. Жестко разыграли, конечно. Я думал, атака сейчас сразу же въедет вот в одного игрока, но подумали, что мало ли, а вдруг там еще второй стоит. Побежали проверять поджим и спирит. Ну, в общем-то, это шанс для К-23 пока что. Но так они вот тоже шикарно по карте распределились. Точка. То есть один там в яме, один в нычке стоит на лонге. Но время идет, спириты на банане. Ой-ой-ой, уходит. Уходит с точки Б сейчас Моу. Классная фейк-пауза получается. Остается Норберт. Но опять же, за счет того, что нету никакой информации, К-23 там ничего не контролирует. Вот смотрит с точки, ковры. Смотри, сколько раз скидки. Вот сейчас мидл посмотрел Моуса ВП и, наверное, понимает, что надо бежать обратно. Но Норберт, знаешь, вроде в безопасности. То есть, если он сам не захочет здесь умереть, то он может дожить. И будет ретейк 4 в 3. Так, смотрим в точку. Моу уже прибежал. И не только Моу, уже и Адрен прибежал. Нет, Адрен обратно по арке побежал. Флэш. Пошла вторая волна раскидки, теперь смог на хилку, молик за троечку, молик в темную. Флэш. Норберт живет, все нормально, его этот смог вообще так сейвит сейчас от атаки. Пошел по его периметру, тут уже и тиммейт за спиной. Все, прошивать. А, никто еще не зашел, и вот только пошел теперь. 8-7, убить бомбера, все, что нужно. Да. Но бомб has been planted, правда, Декстер 1-3. И это АВП. Есть дым еще на банан. Не знаю, где он, ну тут сложно будет. Флэш. Что там, смог есть? Не, ну, а, да, есть смог, вот он набрасывается, все. Причем даже не на бомбу, а просто сидел Моу в скопе и контролил. Когда же Декстер выйдет? Четенько, 12-10. Ну, была бомба, и будет бай. Будет бай, что про 9-550. 8-350 сам Даянг. Отличная экономика остается у Спирит. А вот выдержит ли экономика К-23? Ну, видишь, если бы не вот это ДТП на банане, да, когда они потеряли двоих сразу, то, возможно, бы у спирита все и получилось здесь. Немного им на заход именно живой силы не хватило. Раскидывались вроде бы нормально. Так мне вообще показалось, что можно и сразу. Но ребята вот все-таки побоялись, что, ну, что 3Б было. Угу. А так можно было просто ломануться втроем на одного Норберта. Не, ну зашли-то и... вовремя. Ну, то есть Норберт был один по факту. Ну, просто пока эта раскидка шла, пока то да сё, там уже... А там уже и Моу, и Адрен, да, да, уже да, в хелпе у Норберта, и они там и флешки накидывали. Потому что не самый взрывной именно заход был. Ладно, смотрим за тем, что дальше. Пока агрессия на банане от команды К-23. Здесь Норберт, здесь Нилан. Поджали до конца. Вот решили вот... прям, да, до апогея вот доходить. Еще хаешку накинули. И нет, все-таки уходит. Походу Нилан уйдет сейчас и останется на кон... Вот это как вариант. Но если бы еще у Норберта... Если бы это был Моус АВП, возможно, было бы еще лучше. Но, знаете, в другом случае... Да тут в любом случае хорошо. 4 на точке А. Правда, если бы еще кто-то в плен бы залетел. Моу останавливает. Моу останавливает. Ну, опять проблема у Спирит. Вот опять 3 в большинство. То есть тогда были 3 в 4, сейчас 3 в 5 вообще. Все, и теперь можно вернуться, да, к стандартной схеме. 3-2. Возвращается у нас Нилан сейчас хелповать. Уже накинул молотов на выход точки Б. Здесь 50 секунд. Ребята на шифтах пытаются отстрелить гробы. Но есть дымфлэш у атаки еще. Ну, безопасно тут Нилан играет. Там тиммейт за тройкой. То есть будут передавать выход по информации друг другу. Как только Нилан начнет стрелять, Норберт должен будет открываться. О, даже не надо тут Норберта, все нормально. Сразу же гранатки приготовили, ребята, пошла флешечка. Так, чоппер в спине. Его Адрен. Ждали. Тут вообще даже ни один не ушел с точки А. Ну и все, сам Даянг, он просто заперт на этом кафеле. Может, засейвит на кафеле, не? 15 секунд. Ну не дадут. Мне кажется, Спирит тоже надо искать где-то успех свой на точке Б. В данной ситуации, либо... Ну, посмотрим, как бы. У них много раундов здесь есть. 5-350, 6-650. В центре проблема сейчас. Вот сколько раундов? Уже 2, да? То есть тогда по плану К-23 все на банане пошло здесь. На ребрах выход лонг.
Ну и получается уже серия раундов у К-23. У них уже есть там запасы по экономике. Хорошо. Хорошо нафармили. 7450, 5700, 6300. По 3500, можно так сказать, у Фейма и Норберта. Ну, вот сейчас вот еще один взять, и вообще шикарно. Там будет девайс, опять же, у Спирит. Но у гамбитов будет запас. К-23. О, К-23, господи, что. Ты прочитал гамбит и сказал гамбит. Так. Но, кстати, интересный может получиться форсик. То есть 4 тека. Такой сейчас будет огненный заход. Есть флешки с ребер. Ну, примерно понятный раунд. То есть апсы зайдут, выпускается десант. На К-23 просто готовы. Посмотри, как они стоят. 4 человека, да. Двое на лонге. Плента, там и грейвьярд, и двое на лонге. Кажется, вот кажется сейчас, что без шансов, но, возможно, смоки и флешки. Ну, кстати, видишь, даже классно, что в яме никого нет и на балконе никого нет. То есть они, в принципе, рассчитывали, что такой раунд спириты могут сделать. Так, погнали. Дым лонг, дым за библиотеку. Третий залетает в точку у игроков К-23. 3 шорта, 1 ковры, даже 4 шорта. Ну нет, здесь мясорубка будет сейчас из атаки. Фейм открылся, дает свой фраг. Балкон пострадал, тиммейт в точку, да, вроде как работают. Как это сделал Декстер? Как? 4 вот, в 2 пожалуйста. Было. Декстер заходит с теком и сносит 3. 4 в 2. К-23, что случилось, парни? Требую повтор прямо. Я не понял. Нам не показали, я не понял. То есть там смоки, там флешки. И просто, естественно, понятное дело, пистолету намного более удобнее работать. Ну, в динамике бегать, я имею в виду. Еще и он в упоре вырубает. Да вас уже в 2 раза больше на точке. Как он вас всех вырубил? Подожди, еще не конец. Норберт потеет. Последний в курилке. 1-1. Время идет. Надо что-то делать. Отворачиваться от флешки. Патронов не так много. Простреливать нет возможности. Надо выцеливать голову. И все-таки точку ставит. Видите, сам Даянг. Это, ну я не знаю, это эпик. Это вот, возможно, было вообще раунд победы для Спирит вот только что на Инферно. Да, они пока проигрывают 11-13. Во, повтор. Раз, два. Где он? Сюда. Жесть. Это отличный момент. Это супер сочная игра от Декстера. Ну такой молодчага с парнями. Сам Даянг тоже отмечаем. Выиграл в конце 1-1. Казалось, что уже Норберт все-таки исправляет ситуацию. Душил там Норберт, но ведь не повелся. Но решил подпрыгнуть, да, и в этот момент получил. Когда на перила запрыгивал. Ну что ж, хорош у нас Инферно. Первая карта мне очень нравится. Дальше нюк. Сочная огненная каточка. Действительно, еще непонятно, чем тут все закончится. Вот запас, о котором я говорил, он у К-23 все же имеется. Но неприятно, что, конечно, проиграли форс. Ничего. Есть авик, есть темки, все нормально. Да, форс, конечно, это была вообще печальная ситуация. Особенно, когда уже заходит атака, вы уже вроде убиваете, вроде все хорошо. 4 в 2, там 3 на точке, один бежит хлоповать и просто залетает Декстер и сносит. Абсолютно весь плент. Так, смог лонг, флешечка на выход. Так очень аккуратно относятся с пиететом. Ой-ой-ой, как зажали с К-23. Посмотри, они вообще ничего не контролируют в данный момент. Там двое возле библиотеки, один там под коврами, по-моему, сидит. Двое на Б подсаживаются сейчас, ну, на горшки. Знаешь, типа получится, окей, нет, будем сейвить. Вот как так это выглядит. Вот каждый плент сам за себя сейчас. То есть нет инфы по банану, нет инфы по миду, там и апсы не занимались. Ничего нигде, непонятно, что происходит. Так, то есть нет, полный карт-бланш у Спирит. Мол, пошел все-таки проверять центр, да, прошел, никого не заметил. Остается уже и ловит, пытается поймать выход с бойлера. Нет, все-таки решил смотреть мидл. Ну, там три апсы. Опять же, вот... Третий на Б ушел у К-23. Кто это у нас? Сам Даянг, смог. Флешки, кстати, у Вити нет. Тут один фейм сейчас на точке. Выпускать из апсов. Ну, без флешки до контакта выход. Воу! Один фейм на точке. Минус два, третий. Калашик дополнительно помог. Даже релодиться не надо. И мир остается последним, но все-таки... Блин, ну не знаю. Ну вот раунд смотрелся клево с десантом, да? Такой раунд мы частенько видим там у многих коллективов. Но флешки не хватило, как по мне. Даже по-хорошему надо было бы еще и две. Так, ну и что, мир? Фейм жесткий вообще. Как он просто вырвал этот раунд для своей команды. И это 14, друзья, 11 за К-23. Два раунда до победы на первой карте. Была бомба у Спирит. И... Кстати, видишь, сейчас Спириты, вот они когда в форсе шли, никого не было на балконе. То есть они заходили с пистолетами, первая стыковая позиция — это грейвьярд был. Они сейчас подумали, возможно, ну, играют примерно что-то подобное, да? Мы выходим, по крайней мере, мы спрыгиваем. А там уже из ямы как-то разберемся, размотаем. Чоппер, наверное, расстроился. Он понимает, что вот он, если бы сейчас разменял бы, раунд бы выиграла бы команда, и все было бы шикарно. Не получилось дать размен. Потом Фейм уже спрыгнул. Третий прыгнул за ним. Ну и вы видели сами, что произошло в этом эпизоде.
Так, два Калаша Галил, МАК-10 тег в руках Мэджикса. Ну, последний шанс, короче, для Спирит. Да, на все деньги, бай. 3-2 стоит обороном. Банан поагрессивнее на этот раз планирует разыграть К-23. Поджимается Нилан. Уже на почте. Смог совсем скоро тут развеяться. Но позиция занята, за спиной тиммейт. Играют друг под друга. Все вроде бы крепко смотрится у К-23. А Спириты решили сыграть вот... Выход ребра. О, плент надо залетать, да-да-да. Посмотреть этот смог. Мэджикс потушил, зашел, точку. Опять. Так, в упоре. Сбривают, два минуса. Снайпер пытается не отпустить. Ну, все, в хлам, просто да. В хлам. Да, вот такой скорости как-то и прийти не ожидали, К-23. Вот я и говорил, что надо в плент нырять сейчас, мол, иначе вообще могут быть проблемы в такой ситуации. Так и случилось. Плент вообще там не среагировал. Шикарная игра от золотого медалиста Мэджикса. Который только недавно закончил школу. Да, друзья, можно родителям теперь говорить. Видите, вот в Counter-Strike человек играет профессионал и делает это хорошо. И золотая медаль. Можно совмещать. Ух, попробуй совместить. Не, я уже не хочу в школу, спасибо. Но кому-то еще учиться. Век живи, век учись. Но не в школе. Это точно. Саморазвитие. Окей. Школа нет. Так, ребят. Декстер контролит мидл. В этот момент уже Молик отброшен на банан. Здесь мы видим Нилана. Здесь Норберт с Фамосом его прикрывает. Он уже приготовил дым. Так, тут, кстати, уже все взорвали. Нет! Ушел. 70 кп. Там Молотов был. Но Нилан вовремя услышал, что нужно отсюда бежать. Но, обрати внимание, вот третий раунд подряд Спириты играют вместе. То есть даже нет никакого люркера, намека там на какой-то сложно подчиненный раунд, витиеватый. В пятером раскидались, полетели. То есть они сейчас прибегают к методу, я не знаю, таран, бур, каток. Ну и да, иногда нужно играть все-таки непредсказуемо. От тебя будет ожидать соперник что-то сложного, а ты просто так грубо заходишь. Ну, по крайней мере, они сейчас 5 в 3 заходят. Ну, тут тоже 3Б, поэтому... Ой-ой-ой. А, ну, тут может быть опасно. Тыщ. Размен, снайпера не отпустить и все, найти третьего. Норберт поймал полезет, флэш. Нет. Ну, показывает свою позицию. Его уже пытаются загнать. Очень важный размен от мира, да, ну и все спокойно. Ну, Спириты держатся на плаву по-прежнему. С последних сил вот эти прямолинейные раунды работают вообще как ничто, хорошо, да. Так, нащупали свою игру уже за атаку, ребята, и Спирит. Ну и выбили просто все деньги из команды К-23. Вот попытаются ребята, конечно, какие-то пушки сейчас утащить, но может мир их просто поперекидывает. Пишут в чате, меня поправляют, сложно сочинен. Нет, именно сложно подчиненный, потому что, ну, подчинять пытались. Сложно и подчинять. Так, ну а может... Нет, нормально, все, у Чоппера не получает по голове размен, но окей, устраивает этот Спирит, 13-й получен. Так, и что там у К-23? Полная беда пришла. Полная эко, это выход на 14-14. Ну, они проиграли форсу, они проиграли девайсному, и все, деньги закончились. Да, а уже с другой стороны чуть-чуть подзаработали ребята из Спирит. Ну, крутая драка. Чуть-чуть не хватает К-23, чтобы выиграть. Ну, теперь уже, конечно, все гораздо сложнее. Тут уже все-таки нагнали это отставание Спирит. Ну, разве что сейчас Юспы убьют. Но... Как так? Ну, сложно в это верится, действительно. Ну и теперь уже только двумя вот оружейными раундами К-23 могут спасти Инферно и вот забрать 29-й, 30-й. Ну, потная концовочка нам в любом случае обеспечена. Возможно, кстати, овертайм. На карте соперника Спирит, несмотря на то, что редко играют, у последние два Инферно там проигрывали. В концовке все-таки, знаешь, вот даже не то, что там взяли как-то случайно, они нашли ключик действовать все. Вместе. Все, на Б вышли. Сейчас скажут, ребята, развернитесь, принесите бомбу, спасибо. Доставка бомбы. Да, можно было и сам Даянга забрать, зачем он там кого-то. Если доставите за 30 секунд, вторая бомба в подарок. USP будет закрывать или что? Что, скучно? А тут больше шанс просто калаш отдать. Ну, сколько там ты это нафармишь? 1200. Не, вообще, все развалилось на одинокие дуэли для К-23. Везде по одному, как бы, эти дуэли выиграют, естественно, калаши. Бомба дошла, окей. Что? 14-14, да. 14-14. И все-таки Спирит отыгрались в конце уже. Прямо в самом конце Инферно. Спасли пока еще эту первую карту. И реально сейчас в теории могут отжать карту соперника, перейти на свою нюк. Ну, правда, там все равно придется начинать за атаку. Ну, а там посмотрим, получится, как Астралис. Ну, я думаю, не впервые времена. Для Спирит вот, ну, да. Начинать в атаку. То есть, ну, они не то, что там прям...
это экстраординарный такой момент, когда они пикнули нюк, там за атаку будут начинать. Пикали и до этого, поэтому, ну, знают. Интересно, будут ли они сегодня атаковать за атаку ангар? Вчера там сумасшедшие вообще вещи происходили на нюке. Ребята раза 3-4 пытались там на никеле в ангар залетать. Там уже шутили аналитики, что уже мы там и комментаторы, что третью точку нашли, как в Валоранте, знаешь, там, бомбу поставить в ангаре. Ну, это, конечно же, дело принципа, походу, было. Это все, да, все эти атаки, все эти раунды, опять же, видели, К-23, в теории они могут тоже быть неплохо подготовлены. Ну да, отдыхали вчера, у них был не игровой день. То есть... По крайней мере, будут знать, что, в принципе, может делать соперник на нюке, но, с другой стороны, ты как вот справишься ты с этим или нет, это уже другой вопрос. Ну, я думаю, там арсенал хорош, богатый у Спирит точно в атаке. Ну, мне кажется, знаешь, что может быть такая же даже, возможно, плотная карта. Посмотрим. 14-14. Нужно разобраться, чем закончится Инферно. 4Б начинают К-23. Вот не авантюра ли это? Сейчас узнаем, что из этого получится. Пока внимание на гранаты. Три смока остается. Это номер 6-9-0. Мне кажется, даже угадывают сейчас Нилан и компания. Ну, пока равноценный размен. В принципе, устраивает Спиритов мысль, что там. Один остался на Б, сейчас второй подтягивается туда, скорее всего. Норберту просто надо делать фраг. Даже, кстати, можно погибать. И спириты точно пойдут в засаду тогда. Норберт, фраг. Че, будут отпускать, даже никто не лезет. МПшка поднимается. Минус Норберт, тут вот, чуть-чуть не хватило. Окей, а вот теперь начинается самое интересное. Б или не Б? Сейчас посмотрим, потому что на Б там остается дым. Ну, смотри, бомба у них на мотороллере, она же в яме, ее же надо еще подобрать. Да все, они уже на А заходят, здесь фейм. Ну, посмотрим, спасет ли он раунд, как тогда, когда стоял... На приеме ковров он в глубине плента. Вот мы видим на ящичке, и к нему идут три игрока. Главное, чтобы сейчас гениальное решение у Спирит не пришло. Постоять и вернуться на Б. И так. До конца, смотри, К-23, 2Б. Итак, 14-14. 38 секунд до конца раунда. Один игрок на точке. Хелпы не будет. Ну, она будет только в самом конце. Посмотрите, там тройка и тупик на Б стоят игроки защиты. И вот просто убить одного, либо разменять, и остаться 2 в 2, и выиграть раунд 2 в 2. Ищут ротейтера какого-то. Возможно, знаешь, типа 1-1 по плентам здесь. Ну, никого нет. Но они думают, что он там на коврах где-то, или больших, но его там нет. Вот. Главное проверить плент. А он не смотрит. Вообще на Колдзере стоит шорт, смотрит. Изичайше. Надо сейвить. Тут уже все. Тут, в принципе, и так они стояли на всякий случай. Ну, пойдут на Б, два игрока, может быть, убьют и выиграют раунд. Ну, не пойдут, какой-то сейф, может быть, получится. Ну, не удалось, видишь, предусмотреть такой вариант развития событий. Но придумка прикольная от К-23. То есть, ну, ход мысли, их понять, принять точно можно. То есть, агрессивно первый там на банане, агрессивно второй на банане. И спириты, возможно, ну, знаешь, могли бы психануть и побежать. Мы убили двоих, там разменяли, окей, полетели. Да, могли побежать. Очень осмотрительно, аккуратно действовать. Там, мне кажется, там вот Норберту не надо было оставаться, надо было вот после первого этого минуса просто ему убегать. На Б оставались два игрока с двумя смоками. И убегать типа на? Да, 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 просто по помощь фейму. Если бы пошла атака, у них два дыма на Б, они бы ее реально могли жестко остановить, если бы успели отбросить смочки, и атака, выходящая из смоков, там могла реально пострадать. Но в итоге чуть-чуть лучше получилось сыграть, там Норберт пошел, еще минус дал, но как-то вот потом все вообще поломалось после этого эпизода. Почему, вот спрашиваю в чате, он только шорт смотрел? Ну, типа делаешь ставку, как я для себя понимаю, ты один, да, и смотришь точку одну. Не, ну, логично. Ну, либо ты играешь закрытую в коврах, допустим, отдаешь плент и ждешь тиммейтов. Ну. Не, вопрос вообще нормальный. Он, желательно, ему нужно было где-то себе в спину закрыть, там, смотреть один выход, может быть, там, или вообще в ковры уйти. Да, стоять на дефолте, на ящике, смотреть лонг. И шорт к тебе сам как бы придет, тебя там чекают прифайром, ну, кто-то точно побежит или что-то прилетит. Так, у нас первый минус от К-23 в этом раунде. Норберт навоевал, кстати, под флешку Чоппера, все же забирают мира. Очень важный для К-23 энтри. Ну что ж, за счет сейвов там и лузбонуса получилось докупиться вполне неплохо. И все-таки могут быть допы. Очень важный момент сейчас. Но спирит все-таки не на Б разворачиваются. Пока занимают ребра и готовы выходить на Адрена. Там еще и... Гранаты есть. Малых. Не полетел. У Адрена сравняли. Спириты. Серьезно, просел Леня, но тут опять же вот... Садрон ждал, у него так классно залетало вообще в начале за атаку, а сейчас вот просто вот тот самый минус, который нужно было сделать в нужном раунде, не зашел. И это шанс. Так бы уже 5 в 3, и это почти допы. А так 4 на 4, и есть хороший шанс у Спирит. Пикует фейм. Неоднократно, кстати, Грейвьярд занимался, поэтому и туда Молик сейчас прилетел. Что же, Моу, фейм. В библиотеке находится Нилан. Ну, он типа байтит на себя там, максимально шумит, бегает. Размен. Моу, нормально, фейм. Самдаян, размен. Минус бомба.
30 секунд есть. И что, Чоппер, 24% здоровья. Ну что же, сложнейший клатч сейчас ждет для Леонида. Ждет перетягивающегося. Если его убивает, его видели, понял. Все, а теперь знает точно, что в пунте где-то. Молик не долетает, но в принципе не туда. И все, его просто морозит по таймингу. Знаешь, что лоу хп, один шот и минус Леони. 10, 9. Все, ну, в принципе, можно кому-то выйти уже. Нилан топает жестко, тут его задергал. Все, и бомбу не ставить, а Нилан сейвится. 15-15. Допчики. Допчики, друзья, все-таки спасли раунд К23. И вообще, бывает жестко. Первая карта Моу заканчивает 27-2-17. 26-1-19 у Мира. Он лидер у команды Spirit. И, ребят, ну что, пока 50 на 50. Да. Был маппоинт у Spirit. Но они им не воспользовались. Вот все-таки, когда вырубили Адрена и вот сделали большую паузу, все-таки, наверное, нужно было уходить на Б. Но там не оставался никакой игрок перед бананом, и поэтому ребята решили попали продолжать западню, атаку. Попали в общем, этого перекрестного огня. Там и Фейма стоит отметить, то есть он нафейковал, и Нилан байтил в библиотеке. Вот все сделали для того, чтобы эта приемочка, она себя оправдала и получилась. Два АВП в защите, друзья. Не забывайте в стартмане. 10 тысяч на турнирах от Valve. В общем-то, на мэдж. Кстати, знаешь, мы вчера допы тоже смотрели, и вот с Гомером, сколько мы, две серии овертаймов видели, и команды проигрывали по два раунда подряд, но ни разу мы не видели их в третьем раунде. Так, ну, я вчера насмотрелся там, а у нас не было вот с фармилками, как... пистолетами бегали в третьем. Мы еще думали, куда, откуда деньги вообще, как так? Ну, как-то так команды распределяли деньги, что вот эко мы не видели на третьем раунде. Так, а как, знаешь, как поменяли вот экономику, и ты там... Ну да, да. Ну, типа, все же играют теперь с эсками, с эмками, она ж 2950 или сколько она, 2900 стоит. Там, в принципе, практически на все хватает, если экономить, если не покупать два авика в первом оружейном раунде, то... Первые арморы там, да, брать в защите. Ну, короче. Такое. Можно экономить, пробовать, но не всегда это нужно делать, опять же. Иногда нужно рисковать. И как раунд вообще? Ну, как-то быстро. Как-то вот был банан и нет банана. Два в апсах легли. Непонятно, что делать. Вот 2 в 4. Ну что, пытаются спасти раунд на Б, но здесь Норберт с авиком сейчас будет оставлять фотографию на память. Видимо, там вообще 2 АВП на Б. Угу. И есть смок в атаке. И а они им сейчас воспользуются, но на гробы. И нельзя ни в коем случае выходить до его разрения. Под себя будет? Стелят. А Моу не прощает. Ну да, сейчас уже тут... Ой-ой-ой, слышит сейчас мир, что 2 авика его окружили тут со всех сторон. Так, ежик в тумане. На наглости просто бомбы нет, фейкует. Времени, кстати, уже нет. Надо кого-то убивать хотя бы. Что ж такое вообще? Замучили снайперы. И 16-15, К23 хороший. Первый раунд на допах в защите. Смотрим за продолжением. Спирит знают, что теперь 2 авика там. Ну, куча смоков надо брать. Да, да. Ну вот помнишь, у них были вот эти в атаке взрывные раунды. Типа подошли, раскидались. Может быть, как бы вернуться к истокам. Там 3 подряд они таких брали, что на Б, что на А получалось. Так, ну поехали. 3-2, 3 на А, 2 на Б, пока без каких-либо дополнительных фишечек. У контроля там Норберт с авиком сейчас выход на банан, там молотов. Ну, анти-смок, а точнее анти-авик-смок от Чоппера, и, в общем-то, может там авик расслабиться. Третий пришел на Б. Это Адрен. Пока подсадки нет, но, возможно, ребята там ее формят, пока тройку подсаживают. Ну, а мы видим, как вообще совершенно так, другая ситуация. Спирит выходит на точку А. Царь вот, флешка от Чоппера. 3 ковры. Полетела. Вот она, царь флешка. Фейм без глаз, тушится. Никакого молика пока что нет. Надо ему тут работать. Прилетает, кстати, ему за спину. Ну, вот, вот она, флешка. Вот раунд, который был в основное время, но тогда, видите, сам Даянг был с Медаю. У него была только хаешка, по-моему, и смог, а флешки не было. И вот он получился, но уже на овертаймах. Так, ну, по крайней мере, заход. Никого не потеряли, Фейма вырубили. Тут подсадка на смоком на малых у нас. А никого не видать. А где все? Бомбу ставят. Ну, сколько там народа? Непонятно. 5. Не, ну, в смысле, сколько в пленте, сколько на песках. Пожалуйста, вскрывают подсадку. Причем ну, так просто игра смачок. В Тетрис да, по нижнему. Начали щупать этот смок. Там либо выходит, либо подсаживается. Вообще легчайший раунд для команды Spirit. 16-16. Выравнивается вновь игра на карте Инферном. Ну, Норберт уже убегает сейвить авик, там, ну, вроде бы у всех хватит, Нилану дроп оформят. Ну, выигрывали даже да. Первый, поэтому все нормально. Здесь, опачки, минус попрыгунчик.
Ну, хочется, конечно, забрать этот авик у Норберта. Ой-ой-ой, какой тайминг неудачный для него. Сейчас реально могут к нему поджаться после завершения раунда. Ой, слышали, ой, летят. Следующий раунд. Живет. Улетел. Боря. 16-16, последний раунд первой половины первых овертаймов. Авик дозакупается. Ну, 2-5. Угу. Ну, все хорошо. Ну, то есть был и да. 4 набора китов, все гранаты, 2 АВП, отличный бай у команды К23. Давайте посмотрим, что по раунду будет. 3-2 вновь, 2 на Б начинают игроки защиты. Что у нас? Мэджикс летит по банану. Этот парень может агрессивно выйти. Молит накинул. Ему дали смок, ему дали тоже молотов. Ну, тут классика. Стандарты. Золотые стандартные разыгровки банана. Волейбол гранатами. Нил на мешках. За спиной тиммейт, и походу, ну, я вот не знаю, не думаю, что спириты сейчас будут рисковать через этот смог. Все-таки стадия игры немножечко не та. Еще одна хаешка, летает Мэджикс, вообще хорошо раздамажили здесь своих оппонентов. Адрен бежит на помощь ребятам на Б. Оу! Что это за голова тут засветилась, а вот и бомбу занесли. Ну все, 2-1 за К23, должно быть в такой ситуации. Но Декстер попробует с Амдаянгом выйти на банан, забрать бомбу. Может быть, даже выиграть раунд, но мы тут видим, трое, что... тут трое, тут Авик, тут, а тут, за... все должны тут быть на бумаче, да. Ну тут как... куда, зачем, точнее, зачем куда-то идти, когда все самое интересное на банане. 5-0 по итогу заканчивают вот так вот. Последний раунд первой половины первых овертаймов. Ребята из К23 в защите дважды отстояли. Один классный раунд мы увидели от Spirit, ну и два таких, знаешь, полудефолта каких-то. И один действительно структурный. Так, ну посмотрим. Пока преимущество небольшое получили К23. Но опять же, если Spirit сейчас 3-0 за защиту, они, конечно же, берут эту первую карту. Но опять же, в основное время К23 очень четко играли за атаку. Сколько там получилось? 10 раундов они выиграли, да, 10-5. Да. А могли и вот реально могли выйти на 12. Вот тогда вот возьми вот тот раунд 1-1. Убей, кто там, Норбер, да, 1-1 с Амдаяном, да, остался. Да, да. Ты уже реально... Ну, мог... а сослагательное наклонение в кейсе не работает. Сгорает Декстер. Да, уже не уходит. Очень крутой энтри сейчас для К23. Глубокий такой молик получился. Прям вот за деревяху четенько прилетел. Декстер пытался что-то там выцеливать, но уже было поздно. Мир под козырьком. С чоппером. Есть на лонге чоппер, да. И попытаются замкнуть эту комбинацию. Кроссфайр. Смотрят под козырек. Пока чоппер откидывает молик, тиммейты его съедают. И ему надо теперь уже уходить. Тут как-то не договорились. Вот как раз вот лучше, чтобы чоппер просто пикнул, как раз когда увели прицел на мира в эту секунду, ребята. Но чоппер хотел покачественнее отыграть этот эпизод. Но, к сожалению, пока не все получается. И в итоге 4 в 3 для К23 отличный вообще вариант. Выиграть сейчас 18 раунд. Есть целая минута. Вообще полный контроль там и центра карты практически, и по боли рогуляет Нилан. В медле уже контролит Моу с Авиком. Сюда же пришла Может бомба. Может быть интересно здесь. А, и первый начал стрелять Витя, но не пошло. Получил вертуху от Нилана, жесткая стрельба. Все, аплэнд пустой. На Б остается чоппер, остается Мэджикс. Накидывают там смачок, развлекайтесь, парни, мы идем ставить бомбу. Два маппоинта. Для К23, да, на своем выборе, друзья, напоминаем вам, под мини-карты, если забыли, можете посмотреть этот момент. Спириты выбирали нюк, эту карту мы будем смотреть второй. Там спириты, кстати, будут начинать в атаке. Потихонечку вот твой не то чтобы прогноз, предсказание, а что возможно, если тут вот при определенных обстоятельствах 2-0 в пользу К23 может быть. Ну, но еще надо играть Инферно, да. Надо играть Инферно, надо круто сыграть защиту. На карте нюк, и потом просто за атаку как-то добить в спирит. Но учитывая то, что ребята вчера там жестко поиграли, да, проиграли, но наработали себе кучу раундов. Мне кажется, там тоже где-то такая же, возможно, плотная, напряженная, равная рубка будет. Но посмотрим, насколько круто К23 готовы к карте нюк. Вот Инферно готовы, это однозначно, но... Я думаю, не так круто готовы, но готовы. Ну, в плане, что понимали, что, скорее всего, там нюк будет. Но вот прям так круто, наверное, нет. Мир 29, Моу 30 киллов уже на данный момент. Небольшая техническая пауза. О, ну, надеюсь, ненадолго это все делал. Ну, там К23 на буткемпе, насколько я понимаю. Ну, должны быть, конечно. Ну, то есть, если что-то отвалилось у них, то отвалилось у всех. А вот спириты, я не знаю, вы видели вчера вебки, как они по домам? Не помнишь? Наверное, вебки видели? Наверное, по домам. Я не помню, по домам или, ну, или нет. Я точно знаю, что у царя Леонида так. Бокал для воды.
И он как настоящий царь пьет воду. Водяной бокал, знаешь, есть пивной, конечно, есть водяной, водный. Большой, короче, да? Да я неоднократно просто игроков видел на постоянно. Винный, такой. Винный? Да. Я тоже люблю. Мне просто нравится форма, такую водичку наливают. Хоббит обычно, вот знаешь, он вообще это вот ареновская вот в Киберспорт-арене была штука это, с пивного бокала, да, с чаёчек. Да, 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 вот, когда он дома, всегда видно этот пивной бокал с чаем, там большая порция чая. Ух. Ну, ребят, повторы, хайлайты. Ждем продолжение карты Инферно. Напоминаем, что у К-23 сейчас на первой карте 2 мап-поинта. И отличный шанс забрать свою карту. Одна из двух попыток, если сработает, то это будет... Ну, я не знаю, вот можно назвать это мини-сенсацией? Наверное, да, все же. Спириты... Так как, знаешь, ну это вот действительно... Это СНГ-РМ. Если смотреть на рейтинг, там, на результаты команды последнее время, а если смотришь на состав, то понимаешь, а почему бы и нет. Там нормальные ребята, да. Чемпионы мейджора, да, там последние годы там, ну, не в топе там были, и Моу Адрен, и опять же, вот, возможно, для них это как раз новый хороший вызов. Вот знаешь, такая вторая волна, вот Абай же смог там. Да, и мы сможем. И Оскар вон в ESL про лигу вообще вышел вчера. Да, и Оскар со своей ребятами. Национальной командой, да, великолепно играет. Тоже тридцатка человеку, то есть, ну, все нормально. Сегодня тоже, опять же, менеджер, вот Сова, менеджер К-23, говорил, что там очень долго ребята в респауне, в подкасте разговаривали про момент мотивации, как бы. Когда у тебя заканчивается мотивация, ты можешь и в 21 прекратить играть, там, и в 22, неважно, какого ты возраста, а можешь быть... Ой, про эту мотивацию можно бесконечно, знаешь, говорить. Это реально тема отдельного подкаста. Так, ребят, ну что, К-23, смогут ли добить сейчас Спирит, либо все-таки мы перейдем на второй овертайм им? Не знаю. Пока что план чем-то схож на дефолт сегодняшний от Spirit. Да, ну дефолтик. Не, ну ничего, просто провели люркера в бойлер, и второй уходит. Правда, Нилан уходит, а оставляют здесь Норберта. Моу, хороший минус, правда, Декстер не менее важный размен. И все, пошла перетяжка все-таки на аплент. Будем, хотя бомба остается. Эй, бомбер. Нет, кто-то сказал нет, играем Б. Да. Не идем, подождите. Делаем паузу. Такое уже проворачивали. Сейчас мог библиотека. 23. И можно разворачиваться. Но ребята пока что на банане начинают. То есть все-таки это фейк РКДБ и разворот на А. Но видишь, проверили, что авик в пленте, а не с хелпы стреляют. То есть, ну, уходить он не собирался. Ищут опорников апплента. Не дергаются, остаются по позициям. Тут вообще подсадочка. Что там с моликами? Ну, есть. Нормально в атаке. Норберт из бойлера. Знают, что авик на Б. Дым на Б залетает. Молотов от защиты в шорт. Короче, падает это... Молик. Ну, никто не снимается с позиции. Походу, опорники бы плента сказали, что, ребята, оставайтесь. Декстер, смотри. Точнее, Мир где? Грейвьярд. Мир и Самдаянг. Ох, Самдаянг ни фраг не сделал. Ой-ой-ой, бомба 6-5. Успел. 3 в 2. Но это все. Это должен быть победный раунд на карте Инферно для К-23. Нужно прямо сейчас просто удержать бомбу в большинстве. А как ни фраг это не сделали? Ни Самдаянг, ни Мир. Вот вроде перекрестный огонь выходит на Витю, и Мир должен был подключаться, но по итогу и там быстрее были ребята из К-23. Норберт все слышит. Не, кого-то, по-моему, убили одного же. Все, конечное. Инферно за Норбертом и командой К-23. Как же он хорошо сыграл в последнем раунде. Что ж, интересненько все-таки будет второй БО3. Я думал, что, знаете, у нас но сегодня все думали, 2-0, все думали 2-0 так, на StarLadder 10, но... Теперь может быть 2-0, но очень неожиданное 2-0 может быть. Сенсационное, откровенно скажем, да. То есть выходили ребята из закрытой квалификации, К-23 уже удивляют, уже мини-сенсация. Но Спириты показывают, что они команда, с которой можно играть. Вчера там на Нюке очень много, да, проблем было, проиграли, все же додавили. Энтропик, ну, К-23, браво, парни отлично подготовились. По крайней мере, свой выбор забрали. Что будет на Нюке? Как говорится, узнаем уже на Нюке. Будет... Ну, знаешь, что будет на Нюке? Мы-то понимаем, что на Нюке фаворит Спирит. Да. Но они начнут за атаку, если где-то там повезет с пистолетными, там не отдать форс, там немножечко где-то пропереться Моу, также вот сыграть СУП хорошо, как это он сделал здесь на Инферно, получить хороший счет после первой половины, и, может быть, в теории как-то выиграть. Но, скорее всего, вот я ожидаю третью карту. Но Нюк будет очень интересно. Все.